Здравствуйте, дорогие коллеги! Мы начинаем международный вебинар «Библиотека в медиа-среде. Взгляд изнутри и снаружи». Организаторы вебинара – кафедра медиаобразования Института журналистики и коммуникации и медиаобразования Московского педагогического государственного университета и Российская библиотечная ассоциация. Хочу выразить благодарность президенту Российской библиотечной ассоциации Михаилу Дмитриевичу Афанасьеву за то, что он одобрил нашу инициативу, за то, что РБА стала соорганизатором вебинара. Я вспоминаю нашу встречу втроем, Михаил Дмитриевич, Ирина Владимировна Жилавская и я у него в кабинете, в историчке, когда Михаил Дмитриевич подтвердил, что тема медиаобразования является очень важной для библиотечного дела. РБА представляет на вебинаре секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования председатель Елена Борисовна Артемьева и рабочая группа библиотеки и социальные медиа, координатор Екатерина Александровна Шибаева. И Елена Борисовна, и Екатерина Александровна будут сегодня выступать. Вебинара состоит в том, чтобы способствовать диалогу и взаимному обогащению библиотечной и медийной традиции для лучшего понимания места и роль библиотек в постписьменную эпоху. Техническую поддержку и медиасопровождение и техническую поддержку обеспечивает Юрий Николаевич Белоножкин. В этом году в вебинаре участвуют не только специалисты из России, но и наши коллеги из Казахстана и Кыргызстана. Добро пожаловать! А теперь я хотел бы Николаевича включить видеообращение Ирины Владимировны Жилавской. Ирина Владимировна находится сейчас не в Москве, в командировке. Тем не менее, она нашла время обратиться к нам с приветственным словом. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Приветствую всех, кто собрался сейчас у экранов мониторов для участия в международном вебинаре, посвященном деятельности библиотек в медиасреде. Я с большим воодушевлением расцениваю сегодняшнее событие как продолжение нашей работы. Очень приятно, что вебинар, который состоялся в прошлом году, не стал разовым, что появляется традиция проведения вебинаров по библиотечным проблемам в рамках Международной недели ЮНЕСКО по медийно-информационной грамотности. Организаторами сегодняшнего вебинара выступили кафедра медиаобразования и кафедра ЮНЕСКО медийно-информационной грамотности и медиаобразования граждан при Московском педагогическом государственном университете и Российская библиотечная ассоциация. Я полагаю, что разговор, который сегодня состоится, он будет соответствовать тому высокому уровню участников, которые готовы вложить свои идеи, мысли в продвижение нашего общего дела. То, что мы сегодня говорим о медиаобразовании или более широко о медийно-информационном образовании, это знак времени. Это говорит о том, что мы сегодня несколько иначе начинаем понимать окружающий нас мир. И в данном случае библиотеки могли бы здесь сказать свое слово, как институции, в структуре которых и заключены основные инструменты. Это медиа и информация. Практически это те механизмы, это те технологии, с которыми библиотеки работают. На мой взгляд, сегодня сложилась очень благоприятная ситуация для библиотек в том плане, что вполне библиотеки могут освоить это новое массовое информальное медийно-информационное образование и взять на себя ответственность повышения уровня медийно-информационной грамотности населения. Сегодня библиотеки вполне могут организовать образовательные центры, которые будут решать эти проблемы. И здесь речь может идти не только о подготовке самих библиотекарей. Медийно-информационное образование сегодня нужно практически всем. И детям, и взрослым, и представителям различных социальных групп.
а это и управленцы, чиновники, депутаты, представители общественных объединений, мигранты, люди с ограниченными возможностями и так далее, и так далее, и так далее. А сегодня задача медийно-информационного образования выходит на государственный уровень, и библиотеки здесь могли бы оказаться ну, такими драйверами, что ли, продвижения этого нового вида образования. Я думаю, что сегодня пойдет речь и об этом. И самое главное, нужно понять, вот где может сегодня оказаться библиотека. Либо она сохраняет прежние задачи носителя культурных ценностей и охранителя культурных ценностей. И достаточно только освоить технологии продвижения библиотеки в обществе, позиционирования, чтобы показать библиотеку именно вот в этом качестве. Либо библиотеки растворятся в новом современном информационном мире, в этой медиа-среде и положит себя на алтарь новых информационных технологий. Вот между этими крайними точками зрения, очевидно, есть нечто, что может и стать основой для будущего современной библиотеки. Я надеюсь, что сегодняшнее обсуждение будет конструктивным, плодотворным, и оно даст продолжение к разговору, потому что разговор, состоявшийся в прошлом году, сегодня дал свои плоды, и буквально через несколько дней мы открываем нашу новую программу магистерскую «Медиаобразование в библиотечной сфере». Пришли очень профессиональные люди, и мы надеемся, что группа, которая набралась на эту программу, она скажет свое слово и внесет свой вклад в развитие библиотечного дела. Желаю всем удачи, желаю новых идей, творческих находок и возможности практической реализации этих идей. Всего доброго! Дорогие коллеги, мы приступаем к теоретической части нашего вебинара. Это три мини-доклада по 15 минут. И первый доклад делает Екатерина Александровна Шибаева, заместитель главного редактора отдела периодических изданий Российской государственной библиотеки, координатор рабочей группы РБА «Библиотеки и социальные медиа». Ее доклад называется «Библиотеки и социальные медиа. Стратегия присутствия в современном медиапространстве». Добрый день, уважаемые коллеги! Я очень рада вас приветствовать. Надеюсь, меня слышно хорошо. У нас сегодня важная и сложная тема – обозначить вопросы влияния медиасреды на работу библиотек. Ну и я в своем выступлении хотела бы немножечко рассказать о том, как библиотеки себя позиционируют в медиасреде. Для этого я приготовила презентацию. Сейчас я попробую включить демонстрацию экрана. Одну минуточку. Вот, недавно я выступала с похожей презентацией, возможно, что вы видели презентацию, она очень широко распространилась по социальным медиа, это было в Иркутске, а сейчас, ну, понятно, что презентация сама по себе говорит далеко не все, а только, ну, процентов 10, наверное, от содержания. Сейчас у меня сильно меньше времени, но я хочу немножечко поделиться с вами теми наработками, которые я обнаружила за последнее время. Так, сейчас мы листнем. Как вы помните, библиотеки, библиотекари в социальных медиа активно живут уже достаточно давно. Первый библиотечный блог на библиотечные темы появился еще в 1995 году, а в 2003 уже стали появляться на русском языке, а наше российское и белорусское сообщество завело первые блоги в 2005, а в 2007 появилось большое количество личных представительств. Но это был такой процесс становления, с 10 примерно по 12 год появился процесс самоорганизации, когда стало ясно, что социальное медиапространство – это пространство, в котором
важно присутствовать не самостоятельно, а в сообществе. И вот это был такой период, в котором появилось много инициатив, мы построили совместное сообщество. Одним из двигателей этого сообщества стала так называемая неконференция библиотечных блогеров. Это и место встречи, и группа в социальной сети Фейсбуке. Много акций появилось. Ну и сейчас мы пришли, конечно же, и самостоятельная работа, и самоорганизация продолжают существовать, но сейчас у нас еще появилась новая возможность институализации этой деятельности, потому что на нее обращают, во-первых, мы создали рабочую группу в рамках Российской библиотечной ассоциации, а также на эту деятельность начало обращать внимание и государство при создании каких-то регламентирующих документов, так называемый закон о блогерах, и Министерство культуры, создав инструменты в помощь. Но мы об этом еще поговорим. Значит, что хотелось бы, чем хотелось бы поделиться? В этом году, кроме всего прочего, что мы увидели на предыдущей карте, мы обнаружили, что в этом году эта тема стала важной не только для нас, и стала подчеркнутой для библиотекарей, проявилась как активно, но и на международном сообществе она прозвучала достаточно громко, потому что в рамках конгресса ИФЛА, который состоялся в августе этого года в Куала-Лумпуре, очень много заседаний было посвящено вопросам деятельности библиотек в социальных медиа. И, как вы знаете, на нашей страничке рабочей группы у нас вот по вторникам регулярно Катерина Ефимова продолжает делать обзоры зарубежных практик. Мы на самом деле идем какими-то очень похожими дорогами. Похожие сроки создавались наши аккаунты, похожие направления происходили. Но дело в том, что за рубежом, ну, больше существует каких-то прописанных документов, и я нашла некоторые вещи, которые, например, в Национальном архиве Соединенных Штатов сумели уже формализовать. Также, например, я нашла такие документы, объясняющие стратегические задачи представительства библиотеки в социальных медиа для библиотеки Австралии, для библиотек Франции. И я попыталась сравнить имеющийся написанный опыт формализации целей присутствия библиотек в социальных сетях в зарубежных странах и того опыта, который мы, собственно говоря, систематизировали, ну, путем наблюдения за деятельностью библиотек в социальных медиа. И я бы хотела поделиться какими-то основными, рассказать о том, какие основные цели, задачи ставит перед собой библиотеки, представляя себя в социальных сетях. И в первую очередь это, конечно же, информация, связанная с приглашениями на мероприятия. Это всевозможные афиши, пресс-релизы, пост-релизы, фотоотчеты с мероприятий. И что важно в этой работе? Вот, например, здесь у нас на картинке библиотека Некрасова, которая очень активно размещает приглашения на мероприятия на своих страницах в социальных медиа. Вот, например, пример афиши мероприятий Российской национальной библиотеки, которая тоже, хотя многим кажется, что афиши – это не самый лучший способ, но тоже может неплохо работать, если такая стратегия принята. Важно сделать это красиво, целенаправленно и разнообразно. В такой работе, конечно, важно что? Чтобы в команде, которая работает в социальных медиа, были не только СММщики, но, конечно же, организаторы мероприятий и качественный фотограф. Ну и на самом деле такая стратегия, она наиболее частая для наших библиотек, которые, то есть почти любой аккаунт библиотеки в социальных медиа преследует себе именно свою основную задачу, ставит приглашение на мероприятие или информирование о своей деятельности. Но, конечно же, хотелось, чтобы не только это было, но если вы это делаете, пожалуйста, берите пример с лидеров в этой отрасли. Другая цель, например, добиться внимания средств массовой информации. Это очень хорошая и полезная цель, да, потому что чаще всего, конечно же, когда мы
аккаунт в социальных сетях или представительство библиотеки в социальных сетях ведут те же люди, которые общаются со СМИ, да, и понятно, что основная наша, то есть нам важно, чтобы о нас говорили, чтобы библиотеку знали, чтобы средства массовой информации могли черпать дополнительный источник, иметь дополнительный источник информационных поводов на странице библиотек. Это такая амбициозная задача, которая хорошо получается, когда в команде есть профессиональные пиар-специалисты или журналисты. Вот. Она действительно очень важна, это важно потому что, публикация в средствах массовой информации – это один из таких показателей, которым мы можем похвастаться перед нашими учредителями. Но лучше всего такие примеры получаются, то есть важно сказать, что один сам по себе аккаунт социальных медиа не может реализовать эту программу. То есть это должна быть комплексная работа всей библиотеки. И лучше всего это получается в тех регионах или в тех библиотеках, в тех регионах, да, где регион, в принципе, озабочен и оказывает очень большую поддержку средств массовой информации своим библиотекам или учреждениям культуры. Поэтому, как мы видим, наиболее успешными в этом направлении, хорошими примерами могут служить библиотеки Красноярского края или библиотеки Москвы, потому что то есть, там очень сильное внимание, и журналисты всегда знают, что они должны черпать материал учреждения культуры, а учреждение культуры, соответственно, делает публикации в такой стилистике, которая позволяет это заимствовать. То есть это тексты, написанные в виде хорошего пресс-релиза. То есть не просто завлекаловка коротенькая, которая в социальных сетях вызывает, не только такая коротенькая завлекаловка, которая привлекает пользователей на мероприятие, но то, что хорошо раскрывает то, из чего можно сделать в последующем какую-то другую публикацию. То есть лид, конкретное описание, что будет здесь, и какие-то подробности, которые можно использовать. Понятно, что с лидеров имеет смысл брать пример, но эта задача, конечно, не только лидеров, и мы понимаем, что Министерство культуры также нас стимулирует в этом направлении. И АИС ЕИПСК, Единое информационное пространство в сфере культуры, оно, конечно, направлено именно в этом же направлении, чтобы помочь учреждениям культуры стать заметными для средств массовой информации. Поэтому, если вы выбираете свою стратегию публиковать в социальные медиа через эту платформу, то, конечно же, это должна быть одна из ваших целей, и вы должны помнить, что в вашей команде должны быть люди, которые хорошо понимают, что такое журналистика. Следующая цель – присутствовать, быть заметным в социальных медиа. Это, конечно же, какие-то необычные форматы, Яндекс.Дзен, Телеграм или какие-то нестандартные хайпы, эксперименты, как, например, новые библиотекари, да, который аккаунт создан именно для того, чтобы привлечь внимание к самой теме библиотекарей. Да? То есть это вот явно для того, чтобы просто сделать жизнь интереснее. И привлекать внимание. Или новые платформы, как Российская государственная библиотека и, например, Иркутск осваивают Яндекс.Дзен. Эта тема же хайпа, она очень здорово была поднята на международных наших конференциях ИФЛА. Был замечательный доклад Канадской национальной библиотеки. На этой картинке присутствует не только Дарт Вейдер, но и директор Национальной библиотеки Канады, который к 4 мая, значит, May the 4th, да, то есть «Да пребудет с вами сила», да, то есть игра слов такое, да, значит, сделали пресс-релиз в том стиле, который мы делаем на 1 апреля. И активно в своем докладе он стимулировал коллег, призывая к тому, чтобы привлечь, не бояться быть веселыми, интересными, привлекательными. Но при этом, конечно же, важно понимать, что те, кто активно используют такие темы хайпа, должны быть готовы к тому, что кому-то это может не понравиться. На данной картинке пример твитов, которые библиотека в Соединенных Штатах Америки вынуждена была удалить в связи с тем, что руководство региона посчитало, что они слишком политически ориентированы. Вот. Но при этом, конечно же, это была большая дискуссия по этому поводу, что кто имеет право влиять, кто не имеет права. Ну, то есть
В принципе, тема, связанная с привлечением внимания, она очень полезна и плодотворна, она привлекает большое количество подписчиков, но здесь очень важно быть уверенным, быть готовым к тому, чтобы отвечать за последствия того, что вы делаете. Другая тема – увеличить число подписчиков в социальных медиа. Вы знаете, очень интересно, что когда мы проводили опрос в 2015 году, и мы ставили, ну, спрашивали, как вы считаете, ну, может ли это быть тоже целью, да, самоцелью? Вот. И это было как бы странно, а сейчас мы понимаем, что та же, например, Национальные архивы США – это одна из их целей, которую они декларируют у себя в своей стратегии. Но для этой цели очень хорошо играют такие истории, как партнерство. То есть мы увеличить сами по себе одна библиотека не всегда может увеличить. Всегда здесь нужна какая-то поддержка. Здесь очень хорошо играют совместные акции. У нас в России очень здорово работает с этим музей. Ну, конечно, почти все акции открыты для библиотекарей точно так же. На этой картинке, например, международная акция «Спроси куратора». И мы видим, что Министерство культуры даже поддержало, сделало какие-то выдержки из этих историй. У нас, например, тоже для библиотекарей есть акция, которая поддерживается Галиной Егоровой, да, продолжающейся, начавшейся в год литературы. Ну, то есть акция к юбилеям писателей. И чем больше библиотек участвует, чем больше участников поддерживает эту акцию, тем больше шанс привлечь к себе дополнительных людей, дополнительных подписчиков в свою группу. И мне кажется, что мы достаточно мало внимания на это обращаем. Важная тема, которую многие для себя привлекают, это раскрытие фондов. Это хороший пример. Сейчас, конечно же, вниз победитель библиотекарей года Электора Некрасовка, который тоже интересно обыгрывает свои фонды, например, исторически. Журнал «Фотограф» 1865 года, да, значит, давайте представим, что это может быть полезно для селфи-снимка, да, ну, то есть какие-то перекидывать мостик из истории в современность. Интересно, хранители рассказывают, конечно, когда в частных примерах, например, дневники библиотекаря в Телеграм, но и краевушка, на мой взгляд, например, Красноярская библиотека, замечательно рассказывает о фондах как в формате Bookface Friday, так и, например, в историях в Инстаграме, вот эта вот картиночка справа, которые показывают, ну, в исчезающем контенте новые книжки. Это, мне кажется, просто замечательная возможность привлечь дополнительное внимание. Усиление вовлеченности. Я надеюсь, что все понимают, что это такое. Но если вы не СММщик, то что? То кратко скажу, что основная, конечно, задача аккаунта – это не просто разместить информацию, а заставить людей говорить о себе. И это мы, кстати, недавно как раз сейчас в Фейсбуке обсуждали тоже эту тему, что, ну, как бы иногда хочется удалять комментарии, а с другой стороны, вроде как хочется, чтобы их было побольше. Это на самом деле привлечение каждого конкретного контакта. Ну и в качестве хорошего примера я здесь хотела поделиться опять Красноярской краевушкой, которая каждый понедельник предлагает погадать по книжке. И вот, то есть на один пост собирается 67 комментариев, поверьте мне, это очень много. Создание благожелательной атмосферы для читателей. Ну, это обязательно какой-то личностный рассказ, и часто такая тенденция, если мы ставим себе такую цель, даже получается, что мы принимается решение не создавать эту атмосферу не от лица официального аккаунта библиотеки, а от лица сотрудников библиотеки. Мне кажется, что хороший пример здесь – это Екатеринбургская библиотека, в лице заместителя директора Елены Гармс, которая в ее личных постах, что бы она ни рассказывала о своей личной жизни, вот, например, здесь про фитнес-браслет, да, и в итоге заканчивается это рассказом о выставке, да, или же Настя Русина, которая тоже рассказывает, как она ездила в Санкт-Петербург, и это переходит обязательно в ту выставку, которую они выложили. Также, например, наш буктюбер Мара Бук, да, тоже имеет свои, одна из основных целей своего аккаунта – увлечь читателей, увлечь чтением своих живых читателей, привлекая их на страницы в качестве соведущих на странице своего канала. И это, ну, то есть вот
вовлечение живое, чтобы, то есть это та самая, самый хороший способ реализации задачи по непосредственному вовлечению и созданию правильной благожелательной атмосферы. Оказание услуг в сети – это сложная тема, но, в принципе, библиотеки могут в медиапространстве активно оказывать услуги, привлекая внимание, в том числе совместным, например, организовывая встречи с писателями. Да, это замечательный проект «Библиомост», который уже вырос в огромный проект. Да, не буду рассказывать подробнее, обязательно сходите, посмотрите, если вы не знаете. Но также, например, через социальные медиа можно оказывать услуги по продлению книги, оказывать консультации и даже предоставлять доступ к каталогу библиотеки в Telegram. Вот недавно Российская государственная библиотека для молодежи создала бот в Телеграме, который, как вы видите, позволяет искать книги в электронном каталоге в разделе о боте, да, и я набрала в данном случае Гузель Яхина, и мне выдала сразу же 5 книжек, которые хранятся в фондах библиотеки с подробной информацией, где их можно найти, получить и заказать. То есть это вот прям непосредственно библиотека идет к читателю туда, где он живет. Ну, чтобы все это осуществлять, вопрос, сколько же человек должно быть в команде? Когда мы с вами в 2015 году спрашивали, у кого сколько человек работает, было понятно, что в среднем, примерно половина, да, людей работает, значит, по одному человеку, или треть, да, в среднем 2-5 человек, и лишь несколько там организаций, больше 10, 8, больше 10, 11, да, например. В национальных архивах в настоящее время это 200 человек, которые активно работают на социальные медиа. И это не те люди, которые на полную ставку работают, хотя бы 10% своего времени посвящают работе в социальных медиа. И это связано с тем, что задача медиапредставительства – это не только работа с читателями для Национального архива Америки, но и работа со своими сотрудниками. И та площадка, которая позволяет культивировать сообщество практиков, то есть вовлекать сотрудников в совместное творчество. И мне кажется, что это супер крутая задача, которая очень хочется, чтобы и у нас реализовывалась, и чтобы при представительстве библиотек в социальных медиа участвовало как можно больше коллег, которые не только представлены в социальных, не только официальные наши... Сейчас я отключу трансляцию. Кто не только работает в социальных медиа по долгу своей службы, но и те люди, которые работают в фондах, те люди, которые знают своих читателей, которые с ними общаются, непосредственно каждый день отвечают на вопросы и так далее и тому подобное. Когда мы готовились к сегодняшней встрече, Юрий Николаевич попросил меня, и очень правильно попросил спросить, а может быть кто-нибудь, может быть можно что-нибудь спросить у коллег, спросить у участников нашего семинара. Екатерина Александровна. Да, я пытаюсь закончить, у меня будильник. Поступил вопрос. Да. И если можно, я хочу, значит, сначала сформулировать, потому что я даже заготовила вопрос, и я его брошу в чатик на YouTube. Я понимаю, что, может быть, на YouTube его еще не сразу видно. Я бы хотела спросить у вас, чтобы вы поделились со мной информацией, какие, на ваш взгляд, должны быть основные задачи у представителей библиотеки в социальных медиа? Может быть, я что-то забыла, может быть, вы знаете какие-то замечательные другие примеры. И, конечно же, я буду рада примерам успешных воплощений той или иной стратегии. Какой там вопрос, Юрий Николаевич? Вопросов уже несколько поступило. Один коллега спрашивал про возможность скачивания вашей презентации и видеоматериалов. Насчет видео вообще доступно будет, все могут эту запись увидеть после окончания нашего семинара. А про презентацию это вам ответ. Спасибо большое. Я обязательно сохраню презентацию, и мы поставим ссылочку в комментариях, наверное, здесь на YouTube, а также ее можно будет найти обязательно на странице рабочей группы библиотеки и социальной медиа в Фейсбуке, во ВКонтакте, в Одноклассниках. До свидания. Спасибо вам большое. Спасибо, Екатерина Александровна. Да. Дорогие коллеги, мы продолжаем.
И я передаю слово Ирине Владимировне Лизуновой, доктору исторических наук, доценту, ведущему научному сотруднику лаборатории книговедения ПНТБ Сибирского отделения РАН. Ее доклад называется «Современное медиапотребление. Модификации сущностных характеристик». Дорогие друзья, добрый день. Я так понимаю, что я в эфире. Рада приветствовать всех коллег, всех присоединившихся. Мне кажется, к интереснейшему вебинару и к теме, которую мы сегодня обсуждаем. Я предлагаю обратить внимание на несколько иные аспекты, на аспекты медиаупотребления. Понятно, что современная медиасреда меняется, стремительно меняется, и след за медиасредой меняется и медиаупотребление. Что из них влияет больше, вопрос, но главный вопрос, конечно, какова же роль в этой медиасреде библиотеки, как ее себя позиционировать, как выстраивать свои задачи, стратегическое какое-то развитие и так далее. Итак, я предлагаю тоже небольшую презентацию, сейчас мы ее подключим. Итак, понятно, что медиаупотребление, его насыщенность зависит от развитости медиасреды. А современная медиасреда, она продолжает трансформироваться. И за последние четверть века в России изменилось все. Эфирное радиовещание, телевидение, заканчивается эпоха аналогового телевидения. Появились и быстро распространялись цифровые стандарты теле- и радиовещания. Продолжается интернетизация страны. Увеличивается домашнее, не только домашнее подключение к интернету. Меняется роль всей книжной индустрии, меняется роль библиотек. Последовательное внедрение технологических инноваций, мобильных и электронных мультимедийных средств коммуникации – цифровизация контента и медиа, конвергенция технологических устройств стремительно видоизменили отечественное медиапространство, привели к появлению новых медиа, ранее неизвестных практик их использования. И вот с этими практиками мы сталкиваемся, мы уже в них, собственно, о чем говорила Екатерина Александровна. Как с этим жить, как с этим существовать в дальнейшем? Исследование медиаупотребления, как и употребление самого термина в России, профессионально началось только в последнем десятилетии 20 века. В нашем понимании медиаупотребление – это деятельность, связанная с использованием медиа, вовлеченность индивида или групп в процесс выбора и освоение медиаплатформ и контента, и это интеракция в медиапространстве. Данные статистики, результаты социологических опросов разных лет показывают модификации сущностных характеристик медиапотребления, его структуру активности, избирательное проявление вовлеченности, продолжительность использования медиа. Она все растет и растет с каждым годом. И позволяет оценить трансформацию расширяющихся возможностей доступа современников к различным медиаустройствам, потреблению медиаконтента жителями различных населенных пунктов, сел, страны, городов, областных центров. На самом деле, вот... социологические исследования, они, да, начались где-то в середине 90-х годов, и отдельные какие-то данные, вот в частности, я предлагаю вам на презентации данные социсследования, проведенные в 75-м году в Новосибирской области, очень характерные данные, они в сумме не составляют 100%, здесь как бы выбирали, видимо, респонденты несколько медиа, причем я обращаю внимание, что это начало телевизионной эпохи, но печатная составляющая, использование газет, журналов и книг велико, свыше 50%. А вот следующее социологическое исследование, ну доступное во всяком случае такое общероссийское, было проведено в 96-м году, и оно уже говорит о тревожных фактах, о том, что меняется отношение к чтению, что появляется категория пассивных читателей и появляется большая достаточно категория тех, кто читает редко или не читает вообще. Я вместе со студентами проводила тоже исследование наличия, касалось наличия медиа, вопрашиваемого, правда, областного центра. Я полагаю, что здесь ситуация, конечно, гораздо лучше, чем в регионах, чем в районных пунктах и в селах. Но, тем не менее, даже этот опрос по годам, начиная с 2002, 2008, 2012, он продолжается, он показывает, насколько изменилась ситуация, техническая оснащенность в семьях, в городских семьях. И
То есть тенденции изменений в использовании медиаплатформ, они позволяют судить об особенностях расширения медийных предпочтений, в том числе и соотечественников. На начальном этапе изучения в 2002 году во всех опрашиваемых семьях 100% имели традиционные медиа. Книги, газеты, журналы, то есть личные домашние библиотеки, был хотя бы один телевизор. У большинства, то есть, работало радио и так далее. За 10 прошедших лет, со 2 по 2012, многократно увеличилось подключение к новым медиаплатформам. К платному телевидению в 6 раз. Возросла численность семей, пользующихся медийной техникой, видеокамерой, видеомагнитофоном, MP3-плеером. Сегодня эти цифры тоже меняются стремительно. Но главное, и что интересно для нас, и особо впечатляющим, стал рост приобретения и использования так называемых новых медиа. Владельцев мобильных телефонов стало больше почти в 6 раз, с 18% до 100, компьютеров уже в 10 раз, 100%. И рекордно высоким показателем оказалось подключение к интернету, тотально умножившее в исследуемый период почти в 20 раз, до 100%. Ну а появление мобильного интернета и вовсе изменило ситуацию с медиапотреблением, в том числе, кстати, и с чтением. Структура медиапотребления за последние четверть века действительно стала стремительно меняться. Сдают свои позиции традиционные медиа, печатные книги, газеты, журналы. Освободившуюся нишу плотно занимают новые медиа – компьютер, интернет, мобильный телефон и так далее. По результатам исследования, проведенного вот как раз нами посредством анкетирования жителей Новосибирска, ежедневные предпочтения сибиряков различных медиа оказались следующими. Только 5 респондентов каждый день предпочитают читать книги, столько же журналы, 15% книги, 46% опрошенных ежедневно слушают радио, 72% смотрят телевизор, 80% работают за компьютером, 91% выходит в интернет. И все пользуются мобильным телефоном. Действительно, модернизационные процессы рубежа 20-21 веков, они видоизменили все отрасли издательско-книготоргово-библиотечного комплекса. Технологическая трансформация легла в основу многих процессов книжной индустрии. Издатели вынуждены искать новые бизнес-модели, позволяющие добиться эффективности книгоиздателя. Книготорговцы ищут наиболее результативные маркетинговые технологии, схемы ритейла. А библиотеки стремятся переосмыслить, утвердить, найти и утвердить свое место в социуме. Технологическая модернизация повлекла за собой кардинальные изменения медиапотребления россиян, и в том числе института чтения. Данные социологических опросов и факты посещения библиотек подтверждают изменения читательских предпочтений, состав, количество читателей, предпочитающих традиционную печатную книгу, к сожалению, уменьшается. Авторы книг заново выстраивают отношения с читателями, развивая с ними диалог в реальном и виртуальном пространстве. Все это стало очевидным следствием видоизменения в виде среды, ибо от состояния последней во многом зависят перемены в поведении и возникновении новых привычек у читателей. Действительно, конечно, на модификацию медиапотребления чтения современников сильное влияние оказало распространение использования компьютерной техники, широкомасштабное подключение к интернету по всей России. В апреле 2018 года, как известно, российскому интернету исполнилось 24 года. За четверть века количество пользователей Рунета превысило цифру 80 миллионов. Динамичный рост интернет-пользователей в России пришелся на второе десятилетие 21 века. Интернет стал доступен россиянам разных возрастов, первоначально его стали осваивать молодежь, к ним присоединились люди более старшего возраста. Ну и последние данные, социологические, фактические данные подтверждают то, что к интернету подключаются и люди уже более старшего возраста, пожилые граждане, тоже прекрасно уже разбираясь в навигации по интернету. Исследования перемен в современном медиапространстве и медиапотреблении, конечно, свидетельствует о смене приоритетов соотечественников, о снижении времени на чтение традиционных печатных книг, о росте навигации по интернету, о внедряющихся инновациях в книжную отрасль, об изменении места книги и роли чтения и медиапотребления россиян, об активном использовании информационных технологий нашими современниками, о революционном преобразовании самого процесса чтения. Это, конечно, главный тренд, его нужно учитывать библиотекам, о том, что галактика Гутенберга перемещается в виртуальное пространство.
Одну секунду. Исследования последних лет, они, собственно, показывают действительно, что россиян, не читающих печатные книги, становится все больше. Время, уделяемое на чтение печатных традиционных книг, оно тоже сокращается. И при этом растет растет доля, уделяемая другим медиа. Но говорит ли это о кризисе чтения вообще, или, может быть, мы как раз являемся свидетелями вот изменяющегося тренда? Может быть, как раз чтение перемещается в виртуальную среду, тем более интеракции и обращение к социальным медиа постоянно растет. И исследователи социальных медиа говорят о том, что появляются специальные книжные социальные сети, книжная блогосфера и так далее и тому подобное. Да, действительно, доступность для населения электронных медиа изменила медианасыщенность конкретной семьи, отдельного человека, наряду со сменой приоритетов в выборе медиаплатформы контента стало модифицироваться само медиаупотребление, его сущностные характеристики. Дигитализация сделала медийный контент досягаемым на разных платформах, устройствах. Конвергенция медиа, в свою очередь, привела к сближению, заимствованию, интеграции многих технологий, взаимодействию, слиянию прежде различных разобщенных медиа, увеличила возможности потребления контента текстового, аудиовизуального, мультимедийного. И формируемая многомерность медиапространства превратила социальные практики населения, связанные с использованием медиа, в более избирательные, динамичные, новаторские. Я хочу привести данные еще одной компании, исследовательской компании, компании Deloitte, которая, собственно, как раз и подтверждает тот самый тренд последних лет. Спад традиционного медиапотребления и в том числе снижение количества читателей печатной продукции. Это исследование буквально за несколько лет, с 2012 по 2015. Но если внимательно посмотреть вот на эту картину, я ту же самую, только представлю в другой схеме, то видно, что в минусе посещение театров, в минусе телевидения, радио, печатные книги, газеты и журналы, но при этом возрастает доля желающих проводить время в интернете на 61%, и что показательно, больше читать на 31%. То есть этот факт подтверждает, что чтение смещается в интернет-пространство, в онлайн-пространство, в мобильное, какое угодно, да, пространство. Оно приобретает черты интерактивности. У читателей появилась возможность присоединиться к определенным книжным сообществам, свободно общаться в блогосфере, аккаунтах, социальных сетях, примеряя на себя роли редакторов, критиков, авторов и соавторов произведений. Смещение чтения в сеть подтверждают исследования и многих библиотек. Так, например, специалисты Российской государственной детской библиотеки провели ряд социологических опросов, в которых изучалось поведение подростков, детей, юношества в киберпространстве. И вывод, к которому пришли исследователи: чем грамотнее подросток, тем легче он разбирается не только в литературе, но и в интернете. Быстрее и проще осваивает медиасреду, ориентируется в информационном пространстве. Интернет усиливает познавательную активность подростков и юношества, стимулирует приобретение новых знаний в самых разных областях в зависимости от индивидуальных предпочтений. И таким образом он предоставляет множество возможностей тем, кто любит читать. Подобные же исследования проводились и в разных других библиотеках. И вот эти как раз выводы, которые делают специалисты: подростки и молодежь много времени уделяют навигации по интернету, и в том числе и онлайн-чтению. Специалисты подчеркивают, что чтение и обсуждение литературы в сети – сравнительно новое явление. В виртуальном пространстве существуют многочисленные клубы любителей книги и чтения. Так вот, интересно, все эти клубы, они, скажем так, друзья библиотеки или они серьезные конкуренты? Специалисты исследовательского центра, например, библиотека «Читатель интернет» Российской государственной юношеской библиотеки, рассуждая о взаимовлиянии интернета и чтения, отмечают, что последний становится благоприятной востребованной средой для существования книжных сообществ, погружения и обмена мнениями, самовыражения и образования. Во-первых, в интернете легче найти людей со схожими взглядами. Во-вторых, знакомство и общение здесь происходит намного легче, поскольку человек чувствует себя более комфортно и свободно. И именно на литературных форумах происходит наиболее оживленный обмен мнениями о прочитанных книгах самых разнообразных жанров и классики, и современной зарубежной и русскоязычной литературы.
Модные ныне социальные сети завоевывают все большее внимание пользователей, становятся благоприятной средой для создания профилей отдельных групп по интересам, в данном случае книжных сообществ. Если несколько лет назад предприятия книжной индустрии игнорировались в соцсети, не торопясь создавать в них свои аккаунты, то к настоящему моменту многие субъекты книжного дела, издательства, книготорговые предприятия, библиотеки, понимая интерес, что интерес к интернету в ближайшем будущем будет только увеличиваться, регистрируют в них свои страницы, пропагандируют свою деятельность и чтение. Конечно, несомненным достоинством интернетизации, социальной каталогизации чтения можно считать расширение возможностей общения читателей между собой. Я уже сказала, что этому способствуют социальные сети. Ну и заканчивая, технологическая модернизация, развитие интернета, социальных сетей, совершенствование инфраструктуры книжных интернет-ресурсов предоставляет широкие возможности коммуникационных трансляций, поиска, каталогизации, систематизации, хранения, общения, объединения читателей в сообщество в виртуальном пространстве, что в конечном итоге способствует росту онлайн-чтения. А вся эта специфическая коммуникационная электронная среда субъектов книжного дела в виде интернет-магазинов, издательств, электронных СМИ, литературных порталов, книжных сетей, форумов, электронных библиотек, существующих в интересах читателей и пользователей, представляет собой инновационное пространство для чтения. Предпочтения, последний слайд, если можно, современников становятся все более избирательными еще, постепенно смещаясь к преимущественному использованию электронных носителей. Можно предположить, что в силу перманентной дигитализации и конвергенции медиа, вовлеченность индивида, групп в медиапотребление станет более продолжительным, процесс выбора и освоения медиа, платформ и контента сложнее, насыщеннее и устойчивее, а конкуренция между медиа за свободное время потребителя, в том числе читателя, будет только острее. И в этой ситуации библиотеке, конечно, следует найти себя, свою роль и определить, я повторюсь, стратегию на будущее. Спасибо, уважаемые коллеги. Шикарно, спасибо. Спасибо, Ирина Владимировна. Это было замечательно. Всего доброго, Ирина Владимировна. Всего доброго, спасибо. Мой доклад называется «Медиатизация библиотечного дела. Шаги в неведомое». Я хотел Юрий бы показать, Юрий, что... закройте Белоножкина да. под крестику. А, да, конечно. Спасибо. Пожалуйста. «Шаги в неведомое» – это для библиотек. С точки зрения медиа – это объяснимые процессы. С точки зрения медиатеории. Я слушал доклад Екатерины Александровны, Ирины Владимировны и понял, что наша идея, заложенная в план вебинара, получается. Екатерина Александровна смотрит на процессы изнутри от библиотек. Ирина Владимировна находится между библиотеками и медиа, а я постараюсь со стороны медиа посмотреть на эти процессы. Я выступал ровно месяц назад с докладом «Система координат о книге, чтении и законах трансформации социальной памяти человечества» на 8-м форуме молодых библиотекарей России в Белгороде. Нужно было создать основу для форсайта, для построения дорожной карты будущего библиотек на период до 2030 года, и все это участникам форума сделать удалось. Было 80 человек из 18 российских регионов, работали 6 форсайт-групп. Юрий Юрьевич, прошу прощения, опять по черному крестику кликните у себя. Он загораживает ваш слайд. Я не вижу... Нет, прошу прощения, извините. Все отлично, извините. Да, чтение – это... лишь один из видов социальных коммуникаций, состоящий в том, что мы общаемся посредством печатных, рукописных или имеющих другую основу текстов. Если посмотреть на социальные коммуникации в целом, то можно выделить три их вида. Бесписьменные коммуникации, которые существовали в бесписьменном обществе, наиболее протяженном с точки зрения человеческой истории. Это коммуникации речевые, визуальные, это танец, это жесты, мимика. Есть хорошо знакомые и любимые нами письменные коммуникации. Вот здесь представлены различные виды.
этих коммуникаций от клинописи библиотеки Ашшурбанипала в Ниневе до чтения на электронных устройствах и на постписьменные коммуникации, то есть или техногенные коммуникации, которые возникли со середины примерно с 19 века по настоящее время и будут появляться в будущем. Справа внизу нейрокоммуникации – это уже непосредственная передача мыслей от мозга в мозг, минуя знаки. Над этим сейчас работают. А чуть выше передача сигналов посредством нейрокомпьютерных интерфейсов. Таким образом, вот существует палитра этих коммуникаций, бесписьменных, письменных и постписьменных. Они присутствуют в коммуникационном поле, в социальном пространстве одновременно. И библиотека сейчас попала в этот мир. И главным образом это, конечно, постписьменные коммуникации, которые являются вызовом для нее. И современная библиотека работает с сознанием во всех его формах, а не только занята продвижением чтения. Такова моя точка зрения. И размышляя о том, является ли современное состояние библиотек естественным продолжением их истории, я отвечаю так: нет, не является, потому что традиционно библиотеки возникли в письменную эпоху и были ориентированы на письменные и позднее конкретно на печатные источники информации. Но в электронную эпоху библиотеки начали меняться. Обычно это считается показателем их инновационности, но я считаю, что в основе лежит инстинкт самосохранения. Библиотека просто не захотела умирать или уступать свое место другим институтам, которые могут ее заменить. И в этой ситуации ничего плохого не происходит, но важно понимать, что вступив на путь модернизации, однажды библиотеки не могут остановиться на полпути и сказать, что довольно, мы уже модернизировались, а дальше изменяться не будем. Библиотеки, на мой взгляд, будут изменяться в соответствии с изменением той силы, которая за это и отвечает. То есть они вынуждены подчиняться логике трансформации социальной памяти человечества. Представление о законах трансформации социальной памяти человечества в виде научных метафор было создано учеными, принадлежащими к Торонской школе коммуникаций, Гарольдом Иннисом, Маршалом Маклюином и Уолтером Онгом. В самом общем смысле они выделяют три эпохи в истории человечества, которые выглядят как тезис, антитезис и синтез. Первоначально это чувственное единство восприятия человека бесписьменного племенного общества, то есть первобытного общества. Вторая эпоха, когда с точки зрения теоретиков Торонской школы произошел перекос в сторону зрения, это письменная эпоха и печатная, 500 лет после Гутенберга внутри нее. Это гипертрофия зрения, его доминирование внутри письменного общества. И, наконец, современная эпоха, начало которой положено с изобретением телеграфа в 1840-х годах. Это восстановление сенсорного баланса на уровне глобальной деревни, то есть планеты Земля. Вот такая схема. И с этой точки зрения целью развития современной инфокоммуникационной системы человечества является формирование коллективного разума планеты в буквальном смысле этого слова. Это значит, что электронная среда является не продолжением печатной среды и не способом реализации целей печатной среды. Она самостоятельна сама по себе. Она выполняет другую роль, другую миссию в истории человеческой цивилизации. И с точки зрения библиотек, например, еще неизвестно, кто кого использует. Используют ли библиотеки социальные медиа в качестве продвижения себя и продвижения своих традиционных продуктов и услуг, или
библиотеки используются электронной средой в качестве реализации своей цели внутри своих, своей системы ценностей. Дальше в Белгородском докладе я показал, опираясь на работы Яны Юрьевны Коломиец, о том, что библиотекам предстоит открываться с учетом семи перечисленных объективных тенденций развития электронного медиапространства. Я не буду на них останавливаться, поскольку нет времени, во-первых. Во-вторых, презентация будет выложена в сеть после вебинара. И также в Белгороде я порекомендовал молодым библиотекарям, тем, кто хочет, чтобы их библиотека была востребована, следовать перечисленным трем правилам. То есть не просто приспосабливаться к медиапространству, а предугадывать даже его развитие, проектировать его развитие и встраивание туда библиотек в соответствии с этими объективными тенденциями. И уже непосредственно к сегодняшней встрече я подготовил три свежих примера из библиотечной практики, которые показывают, что библиотеки выходят за рамки традиционного продвижения там, своих продуктов и услуг и превращаются библиотеки и библиотекари, ну и работают уже как медийные персоны или как медийные организации. Первый пример – это «Шаховские плюшки», это юмористические истории, комикс «Вайн» на библиотечную тему, которую делает Астраханская библиотека для молодежи имени Бориса Шаховского. Вот одна из плюшек – это плюшка с акцентом. Беседуют два молодых парня, проходит девушка, они идут за ней. Она пугается, поворачивается, спрашивает, что вам нужно. Тогда вот этот парень говорит: «Да ты нам не нужна, нам твоя книга нужна». Она держит в руках книгу «Анатомия человека». Вот. Следующая плюшка – «Великий могучий русский язык», рассказ на букву «Б» о библиотеке, состоящей только из слов на букву «Б». Очень интересный, очень смешной. Ну и с таким лозунгом: «Будущее библиотеки – блокчейн». Даже обыгрывается тема новых технологий. Второй сюжет я назвал условно «Енот в Екатеринбурге» о поездке Марии Сергеевны Леншиной, которая известна в социальных сетях как «Енот», на неконференцию библиотечных блогеров. Это было недавно. И вот ее сообщение. «Внимание, я выхожу, уф, вылупилась, ну здравствуй, дорогой Екатеринбург». Это вот тоже такие интересные иронические рассказы, которые выходят за пределы традиционного продвижения организации или даже продвижения себя. И еще один пост уже по итогам поездки в Екатеринбург, ну, тоже интересный, со множеством фотографий. И следующий, третий пример о том, как директор Молчановки Лариса Александровна Сулейманова стала видеоблогером. Это произошло недавно. Лариса Александровна хочет написать книгу, но поскольку, как она говорит, писать ей трудно, вот, то она решила в течение 52 недель, то есть целого года, вечером каждого понедельника в конце рабочего дня записывать 15-минутное видео и выкладывать их в сеть. Это видео на библиотечные темы, и первый блок был посвящен теме «Зачем нужны библиотеки?». С точки зрения традиционной библиотечной теории, я уже делаю вывод, то, что делают Астраханская Шаховка, Мария Леншина и Лариса Сулейманова, непонятно или не совсем понятно, зачем они идут так далеко, туда, отрываются от почвы. А вот с точки зрения медиа, понятно, объяснимо и даже предсказуемо.
Поэтому я считаю, что между медиатеорией и библиотечной теорией и практикой есть точки пересечения, и дальнейшее их исследование может принести нам немало интересных открытий. Спасибо за внимание. Мы будем обсуждать два вопроса, важные для и для библиотечного сообщества, и для деятельности кафедры медиаобразования. Они звучат так. Медиаобразование в библиотечной сфере – вынужденная необходимость или новый виток развития библиотечного дела? И второй вопрос. Библиотечный пиар и медиаобразование в библиотечной сфере – границы понятий и точки соприкосновения. Я передаю слово Валентине Аврамовне Малышевой, директору Сахалинской областной университеты. Город Южно-Сахалинск. Мы знали, что в Южно-Сахалинске может быть проблемный интернет, слабенький, и попросили телефон. Сейчас Юрий Юрьевич, он уже опытный медийщик, включит громкую связь, и мы также хорошо будем слышать Валентину Аврамовну. Алло, Валентина Аврамовна. Плохой интернет, предлагаем использовать резервный канал, чтобы вы говорили по телефону, а я телефон поднес к микрофону компьютера, и все вас услышали, все вас увидели. Еще раз всем присутствующим. Хочу сказать, что несмотря на то, что у нас уже половина девятого вечера, но настолько интересна тема, которая заявлена сегодня, да, что с большим интересом всех слушаю. Что хочу сказать? Огромное спасибо Екатерине Александровне, потому что все, о чем вот она сегодня нам рассказала, это впервые, может быть, мы увидели вот очень стройно как-то и очень четко определено, что же все-таки хотят библиотеки, когда мы говорим о медиапространстве, о деятельности библиотеки в этом медиапространстве, чего мы хотим добиться. Уважаемые коллеги, несмотря на то, что библиотеки сейчас создают очень многие свои сайты, создают блоги, что и мы там делаем тоже в свою очередь, несмотря на то, что мы пытаемся проникнуть в медиа-среду, и если отвечать на этот вопрос, что тут важнее, как это яйцо или курица, что для нас важнее, это вынужденная для нас, мера такая, заниматься и вести работу в медиасреде, или это продолжение, какой-то новый итог работы библиотек. Наверное, это одновременно и то, и другое, потому что, живя в сообществе, мы не можем реагировать так или иначе на требования этого сообщества. Но как бы мы с вами не работали в медиасреде пока, да? И об этом говорят выступления наших докладчиков, приводятся только очень и очень интересные, но отдельные примеры, все-таки отдельные. И мы видим, что все-таки библиотеки не выдерживают той конкуренции между уже теми информационными объектами и теми площадками информационными, которые создаются самими пользователями. И поэтому я просто буду очень кратко и скажу, уже много об этом говорим, прописала в свое время, только одно, что замечательно, что все-таки у нас есть теперь возможность выучить наших сотрудников в пединституте, что открылось там это отделение, это группа, два человека в Сахалинской областной универсальной научной библиотеки выдержали очень непростой конкурс и поступили все-таки, явились первыми студентами, да, и мы серьезно рассчитываем, что там будет на самом деле очень серьезное образование, так необходимое нам, по крайней мере, в нашей библиотеке. Потому что мы как раз, кстати, стараемся. Для нас, понимаете, не важно, если говорить, отвечая на доклад Ирины Владимировны Резуновой, нам ведь не важно, на самом деле, где читают, какую книгу, печатную книгу, или это электронную книгу, или это в интернет. Это же не важно. Главное, чтобы читали. Если не видим
том, что действительно, и главное, чтобы не просто читали, а что читают, ну, что для нас самое главное это сейчас. И если наш читатель, наш пользователь уходит из интернета, я думаю, конечно, пойдем к нему, потому что библиотека не может быть без читателей, согласитесь. И если мы в такой или иной мере, в той или иной форме должны все-таки остаться библиотекой, то, естественно, мы должны не терять связи с нашими читателями. Есть какая-то определенная часть. Вот вы знаете, могу вам сказать одно, уж если отвечать на тон, читают в большей степени там в интернете или электронные книги, или все-таки приходят в библиотеку традиционную. Я вам могу сказать, вот как ни странно, в последнее время мы наблюдаем у себя на Сахалине интерес в том числе и книжной, вот обыкновенной традиционной книги. У нас переполненные залы, когда идут встречи с писателями, у нас переполненные залы, когда идут презентации книг. То есть у людей на самом деле есть желание и, в общем-то, необходимость, наверное, такая, читать или получать какую-то информацию, или получать услуги информационные, библиотечные. Понимаете? И поэтому для нас здесь уже не важно, что в начале, что в конце. Для нас очень важно, чтобы мы умели работать в медиасреде. Вот и все. Умели работать грамотно, умели работать настолько хорошо, чтобы когда мы создаем свои блоги, не 67 или 70 человек выходили на общение с нами, а чтобы мы умели привлечь гораздо больше аудиторию для того, чтобы могли вести разговор, в том числе о чтении или о каких-то других вещах, которые интересуют наших пользователей. Вот о чем бы хотелось сказать. И, естественно, и начинали мы, я благодарю Юрию Юрьевичу, потому что с него, собственно, все началось, с его приезда, по крайней мере, для нас на Сахалин, когда мы впервые заговорили о том, насколько необходимо в библиотеках такие специалисты, которые бы умели это делать. И вот здесь говорилось о том, что действительно мы должны уметь быть медиа-журналистами, если хотите. Я говорила об этом в прошлый раз и говорю об этом в этот раз, что действительно уметь говорить новым уже языком, понятным для наших пользователей в медиа-среде. Вот и все. Что я вам, о чем бы хотелось сегодня сказать, послушав наши с вами доклады. Как бы мы с вами сейчас не пытались, наверное, определить, но ведь выступающие говорят о том, что это только вот начинает развиваться, мы только начинаем понимать всю глобальность этого вопроса, всю серьезность этого вопроса, и я думаю, мы немножко даже опоздали, может быть, нам надо гораздо раньше, может, еще 5 или 10 лет назад говорить об этом, и вот решать вот эти проблемы, которые мы сейчас пытаемся решать. Спасибо. Спасибо большое, Валентина Аврамовна. Оставайтесь с нами, смотрите трансляцию. У вас который час сейчас? Юрий Николаевич, вы меня слышите, да? Да, я тут передаю, что коллеги волнуются, как вы целый Сахалин в одной руке столько времени держит, а потом выяснилось, что вы всю Россию поднимаете своими руками и своим интеллектом. Да, ну что вы. Все у нас нормально. Хорошо, ну тогда пойдем дальше. Да. Иркутск. Сулейманова Лариса Александровна, директор Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки имени Молчанова Сибирского. Здравствуйте, коллеги. Слышно, видно? Слышно, видно. Прекрасно, замечательно. Ну что ж, коллеги, слушала я вас всех, слушала. В общем, у меня родилась такое название вообще для этой сказки. Маленькие дети. Ни за что на свете. Не ходите, дети, в Африку гулять. Не на... Это про библиотеки и соцмедиа, что нас там ждет и так далее. Ну, ладно, это шутка. Что еще хотелось бы, как бы вот в предыдущих, по следам предыдущих докладов, прозвучавших, сказать. Прозвучала такая фраза «модные нынче соцсети». Это прозвучало в контексте исследований. Я хочу сказать, что соцсети сейчас – это не мода. Это среда обитания наших пользователей. И мы этот факт вообще игнорировать не можем, мы его должны как минимум учитывать, как максимум использовать. Понимаете?
Поэтому я думаю, что вот мой ответ на вопрос медиаобразования в библиотечной сфере, там это вынужденная необходимость или новый виток развития, значит, в вопросе звучит некоторая такая риторика немножко негативная с оттенком надежды, ну что вроде как может быть. Давайте так, библиотеки должны быть на гребне волны, на гребне этой волны, для того, чтобы иметь возможность смочь вообще воспользоваться силой этой самой волны, которую представляют эти современные соцмедиа из себя. Давайте смотреть вообще на это явление, в котором мы тоже все сейчас живем, находимся, а как на возможность. Как на возможность, из этой возможности самой по себе возникает необходимость освоить ряд навыков при работе в соцмедиа. Вот вопрос, насколько хорош в этом отношении такой инструмент, как регулярное образование, да, то есть формальное образование, магистерское, бакалавриат, неважно, там, как это будет организовано, я не знаю, потому что, на мой взгляд, вот в этой сфере ты еще зачетку не успел закрыть, это все уже устарело. Понимаете? Поэтому я не хочу сказать, что это образование не нужно и не имеет перспективы, но я хочу сказать, что это образование, как любое другое образование, такое формальное, должно задавать широкий контекст этой предметной области для того, чтобы человек, который получает его, в данном случае мы говорим о библиотекарях, должен понимать границы вообще этой предметной области и дальше уже быть готовым самостоятельно осваивать эту территорию. И в этой, поскольку в этой теме вообще масса аспектов, которые нужно иметь в виду, и наш прошлый разговор на вебинаре, вот, посвященный этой тематике, он это тоже обнаружил. Если коротко вот на первый вопрос отвечать, то никакого «или» не существует. Это новый виток, новая волна, и мы должны быть на гребне этой волны, чтобы воспользоваться ее силой. Вопрос «зачем?». Зачем это осваивать, зачем быть на гребне этой волны? Я, на мой взгляд, этот вопрос для того, чтобы быть авторитетным куратором в эпоху переизбытка. То есть мы, человеческие кураторы, в чем наша ценность? В том, что мы помогаем разобраться, найти нужное, отделить ложное там от истинного, качественное от некачественного, понимаете? Если мы не будем уметь общаться, вот там, не знаю, плавать в этой среде, то, в общем, доверия у читателей к нам не будет, у людей. Далее, второй вопрос. Библиотечный пиар и медиаобразование в библиотечной сфере. Границы понятий и точки соприкосновения. Вот я написала такие две себе колоночки. Библиотечный пиар. Продвижение в соцмедиа, личное присутствие библиотекарей в соцсетях, это такие темы, которые там звучат, даже личные бренды библиотекарей, что актуально, смена психологической установки, расширение границ приватности библиотечного специалиста, дальше понимание ответственности за то, что ты несешь на своей странице, так как все равно твой личный аккаунт ассоциируется с той библиотекой, которую ты представляешь, и больше того, со всеми библиотеками и библиотекарями. То есть если ты не понравился кому-то, ты конкретный человек в конкретной библиотеке, начнется «все библиотекари скучны», «все библиотеки никакие» и так далее. Это надо понимать, выходя вот в эту самую Африку погулять. Дальше, вот по медиаобразованию, значит, мне видится цепочка такая, которая довольно давно уже в нашей теории библиотечной рассматривается, и есть вообще корифеи, информационная культура, информационная грамотность, медиаграмотность, медиаобразование. И, на мой взгляд, вот точки пересечения вот библиотечного пиара и медиаобразования нигде. Медиаобразование – это необходимая база для успешного поведения профессионального библиотечного, библиотекарского поведения в соцсетях и для качественного обслуживания пользователей. Понимаете, что для этого нужно, для успешного? Перечислила в первой колоночке. Личные бренды, то, что вот Наталья Бросимова, наверное, дальше вот расскажет по подробнее. Ну, вот как-то так за 5 минут. Спасибо. Спасибо, Лариса Александровна. Ну, мы переходим тогда к следующему выступающему. Это Елена Борисовна Артемьева, Новосибирск, заведующая отделом научно-исследовательской и методической работы ГПНТБ СОРАН, руководитель Сибирского регионального
Библиотечного центра непрерывного образования, председатель секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования Российской библиотечной ассоциации. Рада приветствовать. Спасибо, что пригласили участвовать в таком мероприятии и даже услышать друг друга, это всегда важно. А если понять все это и воспринять с позиции секции библиотечной профессии кадрового непрерывного образования, это очень важно. То есть это новый вопрос, который можно поставить на обсуждение вот на следующем заседании нашей секции на конференции Российской библиотечной ассоциации. Значит, мы прослушали уже несколько докладов, различные точки зрения услышали. Екатерина Александровна высказала свою, Ирина Александровна. Смотрите, все сегодня Александровны, Ларису Александровну мы услышали. И все говорили о том, что социальные медиа и библиотека имеют право на существование, что все это должно быть и должно развиваться. Несмотря на то, что Юрий Юрьевич поставил два вопроса, как он сказал, мы должны ответить на вопрос, поскольку я участвую в дискуссии, два вопроса было предложено. Это медиаобразование в библиотечной сфере, вынужденная необходимость или новый виток в развитии библиотека. Дальше был обозначен вопрос библиотечный пиар и медиаобразование, границы понятий, точки соприкосновения. И Екатерина Александровна задала в самом начале вопрос, какие должны быть основные задачи представления библиотеки в социальные медиа. Я буду кратко и начну вот с последнего. С моей точки зрения, основные задачи представления библиотеки в социальные медиа – это позиционирование библиотеки. Прежде всего, мы должны показать, как мы полезны обществу. И мы должны об этом говорить громко и идти впереди читателя. То есть мы должны все это организовать, структурировать. Исходя из этого, вопрос. Медиаобразование в библиотечной сфере – вынужденная необходимость или новый виток развития библиотечного дела? И то, и другое. Новый виток – несомненно, как представлять библиотеку в социальной среде, мы должны научить людей, как это делать грамотно. Не просто рассказать, что вот библиотеки проходят определенные мероприятия, но показать именно библиотечную составляющую. Бывает такое, что мы говорим об том, что проходит презентация, информационно-массовое мероприятие, и сюда приходят школьники, они идут на такие яркие события, что-то здесь взрывается, приходит планетарий, например, в нашу библиотеку. То есть это интересно для школьников. И порой на этих мероприятиях забывают о библиотеке. Что библиотека дает обществу? Это нужно показывать и в социальных медиа в первую очередь. Дальше. И здесь я обязательно я должна сказать о Кемеровском институте культуры, который занимается образовательной деятельностью в сфере медиаобразования уже с начала 2000-х годов. И великие специалисты, я сознательно их так называю, Наталья Ивановна Гендина, Елена Косолапова, Стародубова, Галина Александровна, специалисты научно-исследовательского института информационных технологий социальной сферы, об этом уже говорят давно и учат и студентов, а также слушателей системы повышения квалификации вот этому важному делу. Кроме того, что библиотека должна представлять в медиа себя, библиотека, социальные медиа еще полезны тем, что мы мы видим друг друга, что каждая библиотека представляет обществу. Это очень хороший канал для общения. Мы можем, то есть мы общаемся прежде всего с библиотечным сообществом, себя позиционируем и как бы подстраиваемся под других.
Какие задачи можно поставить? Это прозвучало у Екатерины Александровны. Приглашение на мероприятие. Верно? Через социальные медиа мы можем пригласить друг друга к участию в различных мероприятиях. Например, совсем недавно ГПНТБ «Суран» отмечала свое столетие. И вот эта библиотека была в рамках, или вместе с этим событием проходила конференция «Libway 2018». Видно, да, что программу я держу в руках. Я сейчас проведу такой библиотечный пиар. Эта конференция получила высокую оценку, и дальше она будет получать свое развитие. И в следующем году, Лариса Александровна, вы меня слышите и видите, мы приедем к вам в Иркутск и будем вместе с вами проводить конференцию «Libway 2019». То есть сейчас я совершила такую акцию. Я оповестила библиотечное сообщество, пригласила их к участию в этой нашей конференции. Поэтому мы приходим к такому мнению, что библиотечный пиар и медиаобразование в библиотечной среде, они нужны, и мы это должны развивать и поддерживать. То есть точки соприкосновения здесь налицо. Поскольку мы экономим время, я всех благодарю, и будем сейчас предлагать другому участнику продолжить вот нашу... Я не могу сказать, что это дискуссия, это просто такая хорошая, полезная беседа. Спасибо. Идуми. Спасибо большое, Елена Борисовна. Юрий Николаевич, меня слышно, да? Да, отлично, да, слышно, отлично. Спасибо. Спасибо большое, Елена Борисовна. Я в прошлом году комментировал выступление. В этом году мне не хочется комментировать по двум причинам. Во-первых, мало времени остается, но не это главное. Во-вторых, столько идет новой и важной информации, что просто хочется слушать, прежде всего впитывать, а не выражать сейчас свою оценку. Благодарю вас, Елена Борисовна. И я передаю слово Марине Вячеславовне Ивашиной, независимому эксперту в области библиотечного дела, город Екатеринбург. Здравствуйте, дорогие друзья. Неделю назад в Екатеринбурге на конференции, посвященной медийно-информационному образованию, была Ирина Владимировна Жилавская. И доклад ее назывался «Медийно-информационное образование. Современная функция библиотек». Это не вполне совпадало с позицией многих учредителей, например, библиотек, а также многих публичных библиотек, что это современная функция библиотек. И в подтверждение как бы позиции своей собственной я сделала вот такой смешной слайд о том, что давно уже медиаобразование рассматривается в мире. То есть мы не опередили, как считали многие, что Ирина Владимировна опережает ситуацию с медийной, утверждая, что это современная функция библиотек. Нет, мы опоздали, потому что вопрос медиаобразования – это вопрос сегодня. Что мы можем предложить в условиях цифровой экономики и умных городов? А предложить нам особенно нечего. И вот воображаемый разговор между Стивом Джобсом, которого уже, и Биллом Гейтсом. Это вопрос не роскоши, не какой-то особого направления или функции. Это вопрос жизни. Это вопрос жизни, это вопрос того, что мы можем предложить сегодня людям. Мы вышли в сеть достаточно давно, вот массово. И у Екатерины Александровны это было достаточно подробно. Это примерно 2007 год. И первый этап, я называю, первый этап, образ такой найден для тех людей, которые вышли в сеть, на площадки виртуальные, которые создавали в сетях, это был сталкер и следующие новые территории для развития. И приоритеты этого сталкера несколько отличались от тех приоритетов, которые есть у сегодняшнего сотрудника соцмедиа.
Это было развитие коммуникации для обмена идеями сотрудничества. Вспомнить, сколько мы спорили и говорили о путях развития библиотек. Это был поиск новых инструментов и моделей развития. Бесконечные дискуссии, сотни комментов. Обязательно онлайн-образование. Мы практически ничего не знали. И тот, кто научился нажимать три кнопки, он учил нажимать эти три кнопки других. А сетевые проекты. Сегодня вот сетевых проектов у нас немного. Мы очень активно включались в них раньше. Сейчас вот среди тех, кто делает активно сетевые проекты, это Галина Егорова, из тех, кто присутствует здесь, Новосибирск, Вики Сибириада, знаменитая, которая стала победителем второго всероссийского конкурса библиотечных инноваций. А так, проекты сетевые, они достаточно редкие. А если они есть, то они не очень малочисленные. Ну и развитие онлайн-сервисов. Это были приоритеты для первого этапа освоения сетей. Ну, вот я ностальгически вспоминаю один из проектов, межрегиональный сетевой проект «Нижний шкаф поколения Next», где Екатеринбург был один из организаторов. Это 170 территорий. Вот в верхнем углу карта есть, Google карта, где каждый участник отмечался. От Латвии до Сахалина участники этого проекта. Больше 170 территорий, несколько государств, несколько тысяч участников людей, больше около 300 конкурсных работ. И это было то идеальное состояние, которое нам представлялось, та польза от соцмедиа, она объединяла, то есть виртуальное присутствие, оно было связано с обучением, совместной деятельностью, общением и изданием в конечном счете совместного продукта. Вот все эти люди вместе издали продукт. Сейчас можно зайти в блог, который называется «Книжный шкаф поколения Next», и все записи вебинаров, 22 вебинара, все работы участников, все обсуждения, все можно там увидеть. Но сейчас новый этап. Хуже он или лучше сказать нельзя, он просто другой. И сейчас пришли специалисты. Если на первом этапе были все-таки руководители, методисты, то сейчас пришли специалисты, комьюнити-менеджеры. Первый этап я условно назвала «Волшебник страны Оз» или «Гудвин с очками в изумрудном городе», который заставляет посмотреть новым взглядом на библиотеку. И это пришли профессионалы. Сейчас я очень рада, что пришло очень много профессионалов. То, что не умели первые люди, учились всему. Сейчас пришли профессионалы настоящие, комьюнити-менеджеры, специалисты в сетевом продвижении и в социальном маркетинге. Они знают, что такое личный бренд, они владеют библиотечной журналистикой, они умеют формировать привлекательный бренд организации, продвигают товары и услуг, создают вирусный контент. Сегодня уже у многих не нужно скроллить экраны до тех пор, пока ты не сотрешь палец до мозоли, а очень хороший вирусный контент. Но как нам вернуть то, что было сделано на первом этапе? Как возродить опять то образование дистанционное, которое было вот начато и было очень серьезно делалось? Как возродить те проекты? И тут я согласна с Екатериной Александровной. Должен, кроме комьюнити-менеджера, должны прийти еще и другие специалисты, подключать других. Понятно, что идет речь о библиотеках, где хотя бы есть 3-4 человека. Там уже о том, что 200 человек может участвовать, конечно, речи нет. Но должны прийти еще дополнительные люди, потому что это дополнительная нагрузка, дополнительная специализация. Потому что сейчас очень многие тоскуют, что совместных проектов сетевых стало мало. И достаточно единичные бывают организованные библиотекарями дистанционное образование в этом направлении. Ну и последний вопрос. Вот мне часто говорили в библиотеке, ну и кто все это будет вам делать? Вот примерно так. И, конечно, необходимость тотального переобучения. Это не только формальное. Главным образом это образование информальное. То есть образование в течение вообще всего времени, пока ты живешь. Учиться нужно каждому и долго. Здесь включается, конечно, прежде всего это создание персональной учебной среды. Потому что ориентация на самообразование, саморазвитие. В сетевых проектах очень хорошо идет эффективное обучение и возрождение дистанционного образования. Без этого никак ничего у нас не получится. Бесплатные сервисы, которые могут рассказать о библиотеке или о любом событии,
в такой, в компактной форме. Сервис помогает, позволяет включить такую бравурную музыку, дать смешные картинки и включать информацию, рассказывая крохотные маленькие истории. Фактически сторителлинг с помощью сервиса. Никаких особых умений тут не надо, это все заложено. Это сервис Powtoon. Например, он рассказывает, как использовать мобильные мессенджеры, чтобы библиотека была всегда в кармане. Или как использовать электронную библиотеку, ЭБС. Тоже подсказка. Или пошел сервис Learning App, где можно сделать любые флеш-игры, или квизы, или квесты, которые чтобы рассказать о любом событии, о книге, об истории. Очень подходит для работы по локальной истории. То есть все это компактное. Раньше каждый мог делать анонс или реферат. Сегодня нужно еще уметь создавать медиапродукты. И вот этот вот контент, его создавать очень просто. Вот здесь, конечно, Новосибирск и Викисибириада, которые обучают на своем портале очень многие тысячи специалистов, десятки тысяч уже, они впереди как бы планеты всей. У них следует учиться. Но это очень несложно сделать каждому библиотекарь. Я думаю, что это нужно уметь. И даже в своей работе. Потому что есть ментальные карты, есть инфографика, есть еще очень много форматов для того, чтобы компактно рассказывать крохотные истории, вместо того, чтобы писать тексты, даже гениальные, как принято в библиотечной журналистике. Ну вот это все, что я хотела сказать. Выпал. Спасибо большое, Марина Вячеславовна. Очень, очень интересно, очень познавательно. И все это надо... Все это надо прослушивать много раз и осмысливать. Спасибо вам. А мы идем дальше на Запад. И я приглашаю Ларису Михайловну Магазевскую, директора Астраханской библиотеки для молодежи имени Бориса Шаховского. Да. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, Юрий Юрьевич, Юрий Николаевич. Я рада всех вас приветствовать. Вообще, я думаю, что на мой взгляд, не только вот в библиотечной деятельности, но и в любом другом деле вынужденная необходимость, она всегда дает толчок для развития. И я не противопоставляю эти две составляющие. Думаю, что действительно сегодня влияние медиа настолько велико, оно проникло в библиотечную сферу, и не замечать этого проникновения, конечно же, неразумно. Можно сегодня быть медиаграмотным человеком, но этого мало, нужно быть еще медиакомпетентным специалистом в библиотечной сфере. И я считаю, что на данный момент без медиаобразования это невозможно. Хотя здесь согласна с Ларисой Сулеймановой о том, что этому нужно учиться всю жизнь, потому что технологии постоянно видоизменяются с большой скоростью. Причины для медиаобразования, конечно же, есть, и уважаемые коллеги сегодня их называли. Это насыщенность обществом медийной информации, влияние медиа на сознание человека и так далее, и так далее. Я думаю, что медиаобразование, оно может дать такой импульс, который разрешит заставить более эффективно развивать свои какие-то теоретические идеи, методические подходы или реализовать творческие идеи. Сегодня вот в информационном обществе технологии, они определяют человеческую деятельность, да? Это и мультимедиа-технологии, интернет-технологии, виртуальная реальность. Но существует большое «но». Библиотеки в этом плане отстают. То есть они не выдерживают прямой конкуренции с теми, кто уже эти роли выполняет. Причем сервисы у них существуют в лучшем качестве, чем у нас. Но если мы свою библиотеку позиционируем как современный информационный центр, то по мере новизны изменений этих информационных технологий мы должны уметь с этим работать. И научиться мы должны с этим работать. И несмотря на минусы, у библиотеки есть свои плюсы. В то время как большинство конкурентов библиотек – это все-таки коммерческие организации, библиотека – это бесплатный социальный институт. И у библиотеки есть годы знаний и опыта, и у библиотеки есть своя репутация. И таким образом я плавно перехожу к второму вопросу о библиотечном пиаре и медиаобразовании. То есть, если взять, к примеру, коммерческую организацию, то с точки зрения маркетинга любой коммерческой организации необходим пиар.
чтобы улучшить репутацию, повысить планку ее узнаваемости, да? То есть стратегия маркетинга нам всем понятна. Но если пиар работает так хорошо в коммерческой сфере, то почему не сработает он и у нас? И здесь что нужно для того, чтобы успешно вести рекламные кампании? Нужны творческие идеи, и идеи рождаются, конечно, у профессионалов. И поэтому от степени их умения, грамотности работать с информационными технологиями будет в основном зависеть успех деятельности библиотеки. На мой взгляд, возможно, я не права. Наш библиотечный пиар сегодня, он направлен на, в основном на продвижение своих библиотек и библиотечных услуг. Несмотря на то, что мы себя позиционируем в сети очень активно, наш пиар малоэффективен. Я думаю, что это происходит от того, что цели, которые мы ставим, заключаются в том, чтобы убедить общественность в том, что мы нужны, и заставить их пересмотреть свое отношение к нам, то есть к библиотекам. Получается, что мы прикрываемся этим пиаром, но, по сути дела, мы занимаемся тоже пропагандой, просто с использованием каких-то новых информационных технологий. Но если мы хотим стать частью вот нового информационного пространства, то мы должны не просто приветствовать изменения, не просто приветствовать эти изменения, не просто адаптироваться в этой ситуации, но еще и учиться. Учиться для того, чтобы выработать свое такое стратегическое видение построения модели вот библиотеки, которая будет успешно функционировать уже в том цифровом пространстве. У меня, в принципе, все. Спасибо, Лариса Михайловна. Очень, очень интересно. Все это требует прослушивания многократного и осмысления. Вот, все, что говорилось, и ваше выступление в том числе. Спасибо большое. А мы даем... Оставайтесь с нами. Мы даем слово Ярославлю. Наталье Владимировне Абросимовой, заместителю директора по научной работе Ярославской областной универсальной научной библиотеки имени Некрасова. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень интересный у нас сегодня получается семинар в форме вебинара. И форма сама по себе уже такая утвердившаяся в нашей практике. И тематика, ну вот судя по тому, каким образом мы обсуждаем сегодня вопросы, она, конечно, нас всех волнует, и прямо чувствуется, как мы двигаемся дальше, вглубь и вверх, вот в понимании того вопроса, который Юрий Юрьевич в свое время поставил перед нами, и вот мы совместно пытаемся решить. Я, с вашего позволения, не буду отвечать на те два вопроса, которые у нас в программе заявлены. В общем-то, коллеги осветили уже достаточно хорошо. Образование медийное нужно библиотекарям, как образование такое вот надпрофильное, да, надбиблиотечное, надстройка. И я вот, например, считаю, что это образование нужно библиотекарям, потому что наша жизнь настолько нестабильна, да, и нам обещают такие изменения в ближайшем будущем, что в профессиональном плане возможны какие-то подвижки, да, уход в другую сферу. И я думаю, что медиаобразование и умение работать в современной среде медийной, да, и понимание того, куда она движется, оно поможет специалистам, получившим данное образование, в жизни вообще в принципе. Я хотела поблагодарить вот Катерину, которая выступала и которая ниточку к моему сообщению проложила, и Ларисе Александровне, уже упомянувшей непосредственно ту проблематику, которой я последнее время занимаюсь. Это проблемы, связанные с продвижением личного бренда. Вообще личного бренда и личного бренда библиотекаря. Понятно, да, что мы работаем в этой сфере, и я бы хотела, чтобы библиотекари хотели, умели и любили продвигать себя в социальных сетях.
И вот это вот культивирование сообщества практиков, это цитата из доклада Екатерины, вот мне эта тема тоже близка. Когда не просто библиотеки выходят в социальные сети и представляют себя, мероприятия, фонды и так далее, функции свои основные, а когда выходит какая-то большая группа библиотекарей, нас тысячи просто, и если мы профессионально, красиво, умно войдем в социальные сети и будем представлять библиотеки, то я думаю, что это будет хороший вклад в тот фундамент, который мы пытаемся все вместе построить, да, фундамент библиотеки в современном информационном мире. Потому что все равно и пиаром занимаются люди, да, просто они закрыты за именем библиотеки. А если будут представители, непосредственно под собственным именем, да, вот личным брендом это делать, то мне кажется, что это очень интересный будет ход. И как раз вот если говорить про медиаобразование, то дать студентам курса вот эти инструменты по личному продвижению, мне кажется, это будет очень важно и полезно, вообще, в принципе, в жизни, и для продвижения всяких библиотечных идей. Я уже по окончании своего короткого выступления хочу сказать, что тему личного продвижения, личного бренда мы в феврале будем рассматривать на большом семинаре. Я так чувствую, что он должен быть уже двухдневным, потому что много есть о чем поговорить. И не просто поговорить, а именно инструменты обсудить, такой вот практического характера семинар. И я хочу поблагодарить коллег за то, что уже было сказано, и за то, что я еще думаю, услышали далее с нетерпением в следующих выступлениях. И спасибо большое Юрию Николаевичу и Юрию Юрьевичу за то, что организовали нас сегодня и дали возможность поделиться своим мнением по поставленному вопросу. Спасибо, коллеги. Спасибо, Наталья Владимировна. Следующий в эфире у нас город Санкт-Петербург. Мария Сергеевна Леншина, заведующая отделом электронных коммуникаций Российской национальной библиотеки, член постоянного комитета рабочей группы РБА «Библиотеки и социальные медиа». Здравствуйте, коллеги. Я немножко хриплю, прошу прощения. Я начну немножко издалека и от практики. Странно было бы представить себе современную библиотеку без сайта и социальных сетей, то есть без собственного СМИ и каналов коммуникации с обществом и различными его членами. Но для того, чтобы эта деятельность была успешной, необходимо заниматься ею профессионально. В библиотеках, особенно научных, много пишущих людей, но, знаете, так же, как вот есть разница между научной работой и популяризацией, есть разница и между созданием текста, или даже шире, скажем, продукта для научного журнала и сайта. Образно можно уподобить работу с сайтом, работу в журнале, рассчитанной на массового читателя. А социальные сети с газетной работой вполне можно было бы сравнить. Однако понимание этого среди коллег я, например, не нахожу. Оценивая даже библиотечные сайты, даже зарегистрированные как СМИ, сейчас ясно, что до уровня СМИ многие из них просто не дотягивают. И причины, пожалуй, я бы искала в том, как мы рассматриваем путь, пройденный библиотеками от возникновения и до сегодняшнего дня. Я тут говорю о точки зрения или даже угле зрения, в том смысле, как представители разных профессий рассматривают предмет через призму своей профессии. Если мы будем смотреть на библиотеку как на социальный институт-учреждение, а именно так в целом, на мой взгляд, ее принято рассматривать, то это будет одна точка или угол зрения. Но почему мы не можем сменить ракурс и посмотреть на развитие библиотечного дела в прошлом, настоящем и будущем, как на специфический случай, частный случай развития медиа? Не думаю, что эта точка зрения будет чужда теории и практике нашей.
Я здесь не хочу вдаваться в сложности определения понятий, потому что даже вот медиа, вы, наверное, заметили, это понятие, оно очень широкое, и мы сами рассматриваем его очень по-разному. В докладе Ирины Владимировны это гаджеты и технологии связи, а для многих коллег это совокупность веб-сайтов, электронных СМИ, традиционных СМИ в электронной среде, соцсетей и блогов. Я бы только хотела провести ниточку между медиаобразованием, или, вернее, его отсутствием у библиотекарей, и проблемами ведения сайтов и социальных сетей библиотеки. Я думаю, здесь есть связь. Переходя к вопросу о том, да, вот мы с Юрием Юрьевичем говорили при подготовке этого вебинара и задавались вопросом, почему с понятие библиотечный пиар и медиаобразование, между ними ставится знак равенства. Я бы предположила, что это идет как раз от того, что пиар рассматривается инородным элементом в библиотечном деле, большей частью коллег. Но есть потребность, тем не менее, в нем, а знаний не хватает, и это такая вынужденная необходимость их приобретать. Но если мы будем рассматривать, смотреть на библиотечное дело с точки зрения медиа, то это не будет казаться нам таким инородным элементом. Ну и заканчивая, я бы, наверное, сделала два таких предложения, что ли. Смотреть на медиаобразование как на неотъемлемую часть библиотечного образования. И то, что упомянула Валентина Аврамовна в своем выступлении, она говорила о библиотечной журналистике, а библиотечную журналистику как специализацию в библиотечном образовании. Ну, в общем-то, все. Мария Сергеевна. Спасибо. Спасибо, Мария Сергеевна. Очень, очень интересно, очень важно. Следующему выступающему Ольга Витальевна Камкина, заведующая библиотекой номер 240 «Техносайенс» Централизованной библиотечной системы Северо-Западного административного округа города Москвы. Добрый день, коллеги. Спасибо большое, что пригласили меня также принять участие в этом важном вебинаре. Я уже второй раз тоже в нем участвую. И хочу сказать, что вот уже скоро год, как мы открылись как в проекте «Точка роста», как библиотека «Техносайенс», и я хочу сказать, что мы не просто пошли гулять в Африку, а мы просто ворвались в эту Африку семимильными шагами, потому что, Юрий Юрьевич, он стал куратором этого проекта, и мы действительно очень активно работали именно в этой области. Что хочу сказать, у меня взгляд изнутри. Появился некий парадокс, потому что часто у коллег возникает такое мнение, что медиасреда – это такая среда, где живут наши пользователи, и библиотекам достаточно нырнуть в эту среду, их оттуда достать, и все у нас получится. И у нас в библиотеках будет много новых пользователей. На практике я понимаю, что ныряй, не ныряй, если мы не умеем правильно нырнуть в эту среду, то наши пользователи из соцсетей так, собственно, в этих соцсетях и остаются. Но те, которых удается привлечь офлайн, здесь мы сталкиваемся с таким парадоксом, что когда мы начинаем говорить в библиотеке в режиме офлайн о цифровой среде, о медиаграмотности, о медиаобразовании, часто, и Юрий Юрьевич не даст соврать, мы часто встречаем негатив, мы часто встречаем протест, что люди не хотят погружаться в цифровую среду, и они рассматривают библиотеку как некий, наоборот, такой островок, свободный от цифровой среды. Вот этот парадокс я объяснить не могу и предлагаю этот вопрос на обсуждение коллегам.
Ну, что самое интересное, в чем вообще заключается парадокс, что как только они из офлайна опять попадают в свою среду, этот разговор как бы и забывается, да, тот, который произошел в стенах библиотеки. Вот, поэтому здесь очень много работы с читателями, и я призываю, да, библиотечно, прекрасно, когда интернет и социальные медиа позволяют коллегам общаться. Ну, давайте все-таки думать прежде всего о наших читателях, что интересно им и что нужно им. И я просто столкнулась с тем, что не все читатели хотят погружаться в медийную грамотность, в медийную среду. Некоторые до сих пор стараются удержаться в какой эпохе? В печатной, да, в письменной эпохе, не цифровой. Вот с этим надо работать. То, что нужно обязательно заниматься своим образованием, это несомненно, вообще вопросов не возникает, иначе мы свой традиционный авторитет, как библиотекарей, у нас есть такой квотум доверия традиционный, читательский, и чтобы так и оставаться авторитетом для читателей, мы должны быть медиаграмотны и медиаобразованны, это несомненно. И еще один вопрос, с которым столкнулись в процессе работы, тут я даже Юрия Юрьевича немножко процитирую, потому что на одном из заседаний центров кредитализации он сказал такую фразу, что первичный успех важнее успеха, отраженного в медиа. Да? И вот тут очень важно сохранить баланс. Потому что часто бывает так, что мы, медиа преувеличивает реальность, приукрашает реальность. Я призываю все-таки, чтобы соблюдался баланс того, что мы показываем в медиа, и то, что происходит у нас на самом деле. И здесь ответ на вопрос Екатерины Шибаевой, что социальные сети – это прежде всего зеркало. Зеркало и не кривое, а вот прям ровное и честное зеркало, которое показывает то, что происходит в реальности. Но это мое мнение. Большое спасибо всем за участие, за возможность высказаться. И все-таки я надеюсь, что профессиональное сообщество поможет разобраться с таким вот парадоксом, который возник у нас в процессе работы. Большое спасибо, я закончила. Спасибо большое, Ольга Витальевна. Слышно меня, да? Да. Спасибо большое. Каждое выступление, каждое новое выступление вносит новый ракурс в эту многогранную проблему. У нас осталось три выступающих. Два человека из Казахстана и один человек из Кыргызстана. Россию мы уже обошли с востока на запад. И следующий наш докладчик Петр Михайлович Лапо, генеральный эксперт научной библиотеки Назарбаев университета, Астана, Казахстан. Прежде всего хочу поблагодарить Юрий Юрьевич и Юрий Николаевич за приглашение принять участие в вебинаре. Тех, кто уже сделал доклады, за интересную информацию, которую я получил. Ну, начну с ответа на те вопросы, которые Юрьевич обозначил. Конечно же, нет противоречия, то есть между, как он выразился, традиционной библиотечной теорией. То есть. Так вот, ну, на это можно ответить известным выражением, что сухая теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет, то есть реалии жизни постоянно входят в нашу библиотечную практику. И, конечно, мы должны их учитывать, если хотим быть, как уже говорили коллеги раньше, на гребне той волны, быть востребованными социальными институтами и так далее. То есть мы, конечно, должны понимать, что коммуникативная функция – это одна из основных функций библиотек, может, она и определяет, скажем так, существо нашей библиотечной деятельности. И я для себя, допустим, определил миссию библиотеки – это как совершенствование интеллектуального, духовного, эмоционального потенциала человека и содействие устойчивому развитию человеческого общества. То есть это достаточно широкое такое определение. Но в центре стоит человек. То есть, и, конечно же, то есть человек – это, как мы помним, это совокупность всех его общественных отношений. И, конечно же, то есть мы должны всячески участвовать в этих взаимоотношениях. И
для себя тоже определил, я не знаю, это имею право или нет, то есть в плане развития библиотечной теории, но я сейчас для себя определяю смену парадигмы в библиотеках. Это переход от обеспечения доступа к влиянию библиотек на общество, сообщество и отдельных индивидуумов. В принципе, я в этом исхожу из работ Ланкиса, которые есть у него работы «Современное библиотечное дело», а также из того, что в 2014 году был разработан новый стандарт ISO 16439, который так и называется «Методы и процедуры оценки влияния библиотек». И, конечно же, там большое внимание уделяется как раз таким методам оценки библиотек, как проведение опросов, то есть это прежде всего работа с тем сообществом, которое мы обслуживаем, то есть и прежде всего анализ, насколько библиотека востребована, нужна, полезна для этого сообщества. Я просто, наверное, перечислю те мероприятия, которые идут по Центральной Азии и в которых участвуют библиотеки, и что это как-то связано с медийно-информационной грамотностью или медийно-информационной культурой. То есть, например, в 2016 году на базе библиотеки Казанского национального университета имени Аль-Фараби, то есть прошла конференция, которая называлась «Продвижение медийно-информационной грамотности в обществе. Роль библиотек». Нужно сказать, правда, что докладов там больше было представлено специалистами в области средства массовой информации, поскольку в университете Аль-Фараби очень сильно развиты кафедры социальных коммуникаций, журналистики и так далее. То есть, и они очень тесно взаимодействуют с кластерным офисом ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану. И, конечно же, активно продвигают вот те инструменты, те документы, которые разработаны по линии ЮНЕСКО. Простите, также я хотел Михайлович, бы... уберите, да, Белоножкина, он там мешает. Хорошо. О, спасибо. Спасибо. А дальше хотел бы отметить также Иссык-Куйскую конференцию, которая проходила в прошлом году, в которой участвовали библиотекари из разных стран Центральной Азии. И в рамках конференции прошел семинар-тренинг, посвященный взаимодействию библиотек со средствами массовой информации. Проводила тренинг Тамара Козицкая. Вот, и там были отмечены разные аспекты, то есть как библиотекари должны позиционировать себя с тем, чтобы быть привлекательными для средств массовой информации, как грамотно готовить репортажи о тех мероприятиях или ресурсах, которые проводят библиотеки или которыми владеют библиотеки и так далее. Также хотел бы отметить, что на базе нашей библиотеки, библиотеки Назарбаев университета, в январе месяце прошел семинар для библиотекарей, как публичных, так и вузовских библиотек, совместно с международной организацией IREX и Европа и Internews. Благодаря вот участию этих организаций у нас были интересные доклады, которые были посвящены таким темам, как факт-чекинг, как фейк-ньюс и так далее. То есть, что еще хотел бы отметить? Вот сейчас заставку такую сделал. Это баннер недавно прошедших мероприятие у нас на базе нашей библиотеки, то есть вчера это прошло в рамках глобальной недели по медийно-информационной грамотности, инициированной штаб-квартирой ЮНЕСКО. Называлась она «Внедрение медийно-информационной грамотности в Центральной Азии», и в рамках этого мероприятия прошла встреча представителей Министерства информации и коммуникации Республики Казахстан, представителей вузов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также представители неправительственных организаций, которые проводят различные мероприятия, связанные с продвижением медийно-информационной грамотности в обществе и так далее. В основном, то есть, это была небольшая группа, порядка 15 человек, но это были те эксперты, которые активно проводят мероприятия, связанные с продвижением медийно-информационной грамотности, и разрабатывают соответствующие учебные методические материалы. Ну, я могу сказать, что были такие представлены презентации, как, допустим, программы подготовки по медийно-информационной грамотности в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби, деятельность вот Назарбаев университета, продвижение программ по медийно-информационной грамотности, международные подходы к медиаграмотности, программы медиаграмотности для 5-8 классов в общеобразовательных школах Кыргызстана и так далее. То есть нужно сказать, что обобщался опыт не только Центральной Азии, но также, допустим, и опыт России. Но я хочу отметить такой факт, что в Узбекистане в 300 школах внедрен, скажем так,
учебное занятие проводится по наработкам от Натальи Ивановны Гензиной. То есть она в свое время разрабатывала информационную грамотность для средней школы. И видите, сейчас вот этот труд, можно сказать, востребован в Узбекистане. Нужно сказать, что, допустим, отметить, что библиотека Казахского агротехнического университета участвует в проекте, посвященном медийной информационной грамотности, который реализуется в рамках программы «Erasmus+». И происходит как бы обмен опытом с западными университетами. Также хотел бы отметить, что... Вчера у нас также прошел форум по медийной информационной грамотности. Он был немножко другого формата. Мы пригласили, скажем так, медийных персон. Ну, допустим, вот Ануара Нурпеисова, актера, продюсера, режиссера, который освещал такую тему, как кибербуллинг. Потом Марата Раимханова, преподавателя Казахского государственного гуманитарно-юридического университета, независимого консультанта по пиар и корпоративным коммуникациям, магистра области международной журналистики, ну и так далее, который освещал тему фейковых новостей. Была также в качестве спикеров Самал Амарова, студентка 4 курса Назарбаев университета, которая входит в наше студенческое правительство. Активный, популярный среди студенчества блогер, ведущий своей страницы в YouTube и Instagram. То есть ее тема была, ее презентация, это «Свобода самовыражения и молодежь». Также среди спикеров был Нейтан Халси, преподаватель Назарбаев университета. Тема его была «Правдивость информации и как академическое сообщество ее защищает». То есть одним из направлений, то есть важных, это, конечно, наладить взаимодействие с молодежью. То есть именно продвижение медийной информационной грамотности в среде молодежи. И, конечно, для этого нужно использовать, ну, скажем так, кумиров, медийных персон, то есть тех людей, которые обладают определенным авторитетом для молодых людей, тех людей, которые, ну, скажем так, служат своеобразными ориентирами. Если говорить... Ну, то есть вот здесь было много как бы задано, затронуто аспектов медиаобразования, и вот в частности там пиар библиотечный и так далее. Тема эта довольно интересная, потому что все же, когда мы говорим про рекламу, про маркетинг, то есть я думаю, что это все должно носить своеобразие библиотечное, то есть как-то интерпретироваться по-другому. Ну, на мой взгляд, пиар для библиотеки – это прежде всего проводить интересные для сообществ, тех сообществ, которые библиотеки обслуживают, мероприятия. То есть, если такие мероприятия будут проводиться, то есть они будут интересными. И, конечно же, то есть информирование об этих мероприятиях, о результатах этих мероприятий будет тоже, ну, скажем, на уровне, в том числе и в медийных средствах, то, мне кажется, проблем у библиотеки не будет. Кроме того, я бы хотел сказать, что, на мой взгляд, когда мы говорим про соцмедиа, медиаобразование, в какой-то мере, наверное, библиотеки могли бы помочь медийщикам в плане их образования, потому что для библиотеки, ну, мне кажется, профессионалов, то есть очень важно вот эти профессиональные наши подходы, то есть обеспечивать доступ к достоверной информации, то есть перепроверять информацию, то есть быть, ну, скажем так, профессионально добросовестными в плане предоставления информации, чего, на мой взгляд, зачастую не хватает средств массовой информации и многим журналистам. Ну, я для себя пока определяю медиаобразование, это все же участие библиотек в формировании и продвижении медийной информационной грамотности. И сейчас, вот в том упомянутой встрече, когда я говорил, присутствовали там преподаватели, представители неправительственных организаций вот из стран Центральной Азии. То есть на этой встрече главной задачей мы, или главной целью дальнейшей нашей работы, мы видели все же это интеграцию медийной информационной грамотности в учебные планы средних и высших учебных заведений, то есть в странах Центральной Азии. Потому что наработки в этом плане уже есть, особенно по линии ЮНЕСКО. И, конечно, на мой взгляд, уже нужно переводить эти наработки, документы, инструменты в практическую плоскость преподавательско-образовательного процесса. Ну, вот здесь я обозначил, как я вижу, допустим, участие библиотеки Назарбаев университета. На мой взгляд, это вполне подходит для всех библиотек учебных заведений. То есть, конечно же, это прежде всего тренинги для студентов и преподавателей университета. Тренинги на самые разные темы, связанные с медийной информационной грамотностью.
Также, конечно, это участие в создании открытых информационных ресурсов по медийной информационной грамотности. То есть у нас есть тематические путеводители на эту тему. Вот. Это могут быть различные инструкции, если это ближе уже к теме информационной грамотности. Проведение семинаров, тренингов с тем, чтобы, ну, как правильно здесь отмечал ряд докладчиков, менять профессиональный менталитет библиотекарей. Также, конечно же, то есть это интеграция курсов по медийной информационной грамотности в учебные программы общеобразовательных и высших учебных заведений. Вот такая у нас есть цель. И, конечно же, то есть библиотеки не будут здесь закрывать все аспекты медийной информационной грамотности, но они должны обеспечивать, то есть, преподавание определенных, то есть, компонент того, что входит в так называемую экосистему медийной информационной грамотности. Здесь мы должны тесно взаимодействовать с какими-то общеобразовательными кафедрами университетскими, с кафедрами социальных коммуникаций, с кафедрами журналистики и так далее, и так далее. Отлично. Спасибо за внимание. Спасибо, Петр Михайлович. Спасибо, очень интересно. Мы движемся дальше на юг. Алмаз Сейсеновна Канарова, руководитель Центральной городской библиотеки имени Сапарбали Бегалина, Алматы, Казахстан. Давайте помашем друг другу руками. Через несколько государственных границ мы встретились здесь с вами. Спасибо большое. Это просто услада для наших ушей. Когда говорите, более мужчина. Я извиняюсь, что вмешиваюсь в международные дела. Ничего, Юрий Юрьевич? Я в первую очередь хотела поблагодарить Юрия Юрьевича за приглашение принять участие в таком международном вебинаре. Для нас это большая честь, мы впервые участвуем. Ну и надеюсь, в дальнейшем мы продолжим наше сотрудничество между нашими домами. Отвечая, ну, прежде всего, хочу сказать, что были интересные доклады, выступления и мнения коллег из разных городов России. И, естественно, наш коллега из Астаны, и следующее выступление будет из Кыргызстана. Вы знаете, ваш вопрос очень актуален. Я могу сказать, что только, конечно, новый виток медиаобразования, да, в библиотечной сфере – это новый виток развития библиотечного отдела. Сегодня и в будущем, мне кажется, медиаобразование крепко связано с грамотностью. В любой его вариации. Это и цифровая грамотность, и библиотечная, соответственно, компьютерная грамотность. Интернет-грамотность, грамотность в использовании мобильных приложений. Соответственно, это фильмограмотность, кинограмотность, можно так сказать, рекламная грамотность. То есть различные виды вариаций. Эта формулировка, мне кажется, она прочно склеена именно с правильной подачей информации, если можно так сказать, информационной культурой личности. Мы все когда-то с вами учились в институтах, в высших учебных заведениях. Мы помним, были такие предметы, специальности, как культура речи, социально-личное, личностное развитие ребенка, подростка. Еще тогда мы учились качественно, правильно подавать информацию, учили ребенка читать, или в дошкольных учреждениях, учили ребенка играть, уважать старших, выращивать там кактус, играть в спортивные игры. То есть, работая в учреждениях или образования, или культуры, соответственно, мы работаем в этом направлении. Давно мы сами этого не знаем, но мы работаем в этом направлении. И все это, конечно, у нас вся наша работа связано с практикой, которую мы проводим. К сожалению, времени было очень мало, и оно ограничено. Мы бы тоже могли запустить презентацию, ролики. У нас очень много интересных мероприятий, которые мы могли бы показать, поделиться. Ну, может быть, мы отправим как-то по ссылочке на электронную почту. Мы, в принципе, можем показать свою работу. Еще раз хочу подчеркнуть, что вся наша деятельность направлена на качественную и доступную открытую информацию.
в области информационной грамотности и различных видов коммуникации. Она необходима для развития личности и социальной активности. Уметь работать с любыми источниками информации – это, естественно, развивает критическое мышление, своеобразный анализ, и это все пригодится в жизни любому ребенку, который общается в социальной среде, в обществе. Если отвечая на второй вопрос, библиотечный пиар медиаобразования, границы понятий, да, и точки соприкосновения, ну, библиотечный пиар – это единственный возможный путь функционирования библиотек на сегодня, в реальности. И она, естественно, требует взаимодействия со многими структурами общества. Это структуры власти, общественные организации, учреждения образования, детские дома, спортивные школы. Естественно, это средства массовой информации, которые ну, в первую очередь должны как-то обращать на нас, на нашу работу, на нашу деятельность и освещать. Помимо того, что происходит, как говорили ранее коллеги, наш народ, наша публика, естественно, ловит хайп. Мы тоже стараемся владеть этими сленгами и быть в тренде. И, конечно же, используя технологии пиара, мы ярче представляем свою работу, стараемся, по крайней мере, у нас также имеются страницы в социальных сетях, у нас работают веб-сайты, мы проводим около 3000 крупных мероприятий, таких интересных, массовых, мобильных, с привлечением огромного количества жителей города Алматы. Наша библиотека Бегалина, имени Сапрапиль Бегалина, является филиалом централизованной библиотечной системы города Алматы, в которой входит 25 библиотек, и это 1,5 миллиона посещений. Ну, достаточно это хорошее количество посещений для нашего города, которое посещает именно наши библиотеки, филиалы СБР города Алматы. Я хотела бы еще сказать, что мы работаем по формуле «библиотека равно общество», то есть знак равенства. Может быть, даже мы поставим знак бесконечности. К этому мы стремимся и работаем, я так считаю, что мы очень хорошо работаем в этом направлении. Конечно же, наши пользователи, наши читатели, они реализуют свой потенциал, участвуя в наших мероприятиях, спектаклях, выставках, концертах, каких-то конкурсах. Это возможность показать себя и возможность пропиариться за счет библиотеки. Сколько выросло известных личностей из наших стен, которые стали популярны не только в городе Алматы, но и в Казахстане. И я хотела бы сказать, что библиотеки будут жить и будут работать. Но сейчас угроза, главная угроза для общества – это снижение интереса к чтению книг. И мы поменяли все функции, поменяли методику работы с читателями, перешли на новый уровень. Неважно, какой источник информации получил читатель, пользователь, либо это бумажная книга, либо это электронная книга. Главное, чтобы пользователь пришел к нам в библиотеку, получил книгу, читатель приходит получить ответ на свой вопрос. И библиотекарь в силу своих обязанностей, и, может быть, все согласятся со мной, что библиотекарь – это и психолог.
Только библиотекарь может подсказать, посоветовать нужную книгу пользователю, читателю, который пришел к нам, постучался к нам в дверь. Сейчас новое время, космическое время, мы стараемся, конечно, учиться всему новому, но перед нами стоит задача обучить библиотечных сотрудников города Алматы, возьмем пока вот по городу Алматы, но мы в будущем планируем провести такие же вот вебинары по Казахстану, я надеюсь, наши коллеги поддержат нас. Но нам нужно, естественно, научиться таким новым инструментам, цифровым таким продуктам. Без этого никуда нам не обойтись никак. Такие элементарные слова, которые сейчас звучат в интернете, в модных журналах, как таймлайны, да, Google карты, лангриды, ментальные карты. То есть мы все это должны знать, учиться. И в дальнейшем, я думаю, будем не только профессионалами, универсальными библиотекарями, но и, наверное, уже такими мега-профессионалами в этом направлении. Вот поэтому, Юрий Юрьевич, я еще раз благодарю. Сегодня со мной присутствуют коллеги, представители филиалов СБС города Алматы. Мы рады принять участие в этом вебинаре. И Юрий Николаевич, вам тоже спасибо за техническую поддержку. Спасибо большое, Алмаз Сейсеновна. Очень, очень интересно, очень познавательно. Вообще эффект возникает, когда мы движемся. Мы прошли почти всю страну от Южно-Сахалинска, да, до Москвы. Теперь движемся из Казахстана, услышали два выступления. И это создает особый эффект, согласитесь. Когда это происходит в режиме реального времени, несмотря на разницу в часовых поясах. И последний наш докладчик, выступающий, это Нуриля Нурсиитовна Сарыбаева, заведующая тренинг-центром Республиканской библиотеки для детей и юношества имени Баялинова, Бишкек, Кыргызстан. Нуриля Нурсиитовна. Всем здравствуйте. Большое спасибо за то, что предоставили такую возможность участвовать в этом вебинаре, узнать много новой информации. Конечно, мы не такая большая страна, как Россия или Казахстан. И пока у нас нету таких больших медиа-специалистов в этой области. Но, отвечая на вопрос, медиа-образование в библиотечной среде – это необходимость или новый виток развития, я могу ответить, что это одновременно и то, и другое. Потому что библиотекам, по крайней мере, не нужно отрицать медиазависимость своих пользователей. Но я согласна с тем, что это новый этап развития в библиотечной сфере, потому что приходится все время применять какие-то новые технологии медиа. И в связи с этим нам необходимо учиться. Нам, библиотекарям, потому что, например, в институте меня учили, как заполнять правильно каталожную карточку, а не писать хлесткие заголовки на Facebook. Наверное, с этим коллеги все согласятся, которые работают в социальных медиа. Для того, чтобы продвинуть свою библиотеку. Поэтому этому нужно обучать. Что касается второго вопроса, библиотечный пиар и медиаобразование в библиотечной сфере, я согласна с тем, что мы осознанно или неосознанно, как-то систематизированно или беспорядочно, но осуществляем библиотечный пиар, когда говорим о своих достижениях, о новых возможностях библиотеки, о каких-то курсах или же о каких-то
новых площадках для обучения, клубах, новых творческих мастерских и так далее. И вот здесь вот я вижу соприкосновение, точки соприкосновения с медиаобразованием в библиотеке. И, по-моему, конечно, на мой взгляд, нужно готовить таких специалистов, библиотечных, пиарщиков, скорее всего. Но в этом, мне кажется, ничего такого нету. Это все поступательный, постепенный процесс. А так как согласны же мы, что в условиях такой маленькой страны, как, например, Германия, есть фирмы, которые занимаются разработкой библиотечной мебели, ну, дизайном библиотечной мебели или оборудования. Поэтому это, наверное, будущее наше, нашего прекрасного библиотечного пространства. Поэтому, мне кажется, такие специалисты рано или поздно появятся. В принципе, у меня все. Если есть вопросы, с удовольствием на них отвечу. Отлично, отлично. Сейчас Юрий Юрьевич подключится. Вас было прекрасно слышно, видно. Может, какие-то у вас есть особые пожелания, Нурилья Нурсиитовна, на будущее при проведении таких медийных мероприятий? Ну, вообще у меня была мысль тоже пригласить других коллег из других библиотек, но когда мы с вами сделали тестовый звонок, то я поняла, что, в принципе, нужно всего лишь, ну, как бы один человек должен стоять. А сейчас я вижу, что, в принципе, можно было позвать их тоже. Замечательно. Да, спасибо. Для меня это особо ценный совет. Всего доброго. Спасибо. А я вызываю снова Юрия Юрьевича. Я хотел бы подвести итог. Диалог между библиотечной традицией и медийной традицией возможен и нужен. Библиотеки меняются. Скорость изменений растет. Она не уменьшается, она не остается такой же. Она будет расти, мы принимаем эту истину и понимаем, что уже Web 2.0 – это прошлое. Сейчас складывается Web 3.0, мы находимся на пороге четвертой промышленной революции. И вместе с тем хотим быть на гребне волны. Для того, чтобы быть на гребне волны в этом мире, нужно мысленно опережать развитие среды. А это значит, что нужно изучать законы развития этой среды, нужно изучать новые тенденции, в том числе еще не наступившие, и от адаптивного процесса, традиционного для библиотек, переходить к проектированию своего развития. Что я еще хотел отметить? Об этом говорили многие люди сегодня. Меняется библиотека. Она переходит от ресурсной такой документоцентричной парадигмы к человекоцентричной. Библиотека работает со знанием и работает с человеком. Как сказала Лариса Александровна Сулейманова, библиотека должна быть куратором знаний. И практика свидетельствует о том, что библиотека стремится оживить документ, который находится в ее фондах, и наполнить знанием высокого качества саму жизнь практически. Вот такое встречное движение наблюдается, оживление документа и ознанивание или онаучивание жизни. Хочу вас всех поблагодарить за ваши мысли, за ваши идеи. Мы на кафедре будем внимательно прослушивать вебинар и работать с этими материалами и думать о том, как использовать их в нашей работе, в том числе и в учебном процессе, который скоро начнется. Ну вот, пожалуй, и все, что я хотел сказать. И я передаю слово Юрию Николаевичу, который нас сегодня поддерживал, чтобы он тоже оценил сегодняшнюю работу.
Спасибо, дорогие друзья. Я очень благодарен всем вам за ваше терпение. Прошу извинить за ваши, точнее, за наши технические накладочки некоторые. Вчера я сказал Юрию Юрьевичу, и сегодня снова ощутил, мы возвращаемся во времена керосиновой лампы. Не в том смысле, что тогда было плохо. Тогда было душевно собираться в библиотеке, не имея ни электричества, ни интернета, ни мобильных телефонов. И мы собирались, вот как вы сейчас видите, с Юрием Юрьевичем мы встретились в Сочи. Через год после того, как вот так вот пообщались тоже на конференции на нашей. И это было в Сочи, когда мы встретились виртуально, я ему сказал, а в чем разница между тем, что, между тем, что было в офлайн и в онлайн? Юрий Юрьевич увидел разницу, а я нет. У нас интеллектуальная составляющая, самая интересная. И я вот сегодня, находясь здесь, на кухне, как и Юрий Юрьевич на кухне, а с кем встречаются, разговаривают на кухне? Только с близкими друзьями. Только на такие темы, которые можно только друзьям рассказать. И вот сегодня эта теплота, мной была еще раз, я почувствовал, увидел это. В то же время я могу сказать, вот последний совет от Нурили Нурсетовны, что техническая составляющая тоже нужна, или организационная. Мы в прошлом году потратили с Юрием Юрьевичем примерно 10 дней мы тренировались, готовили вот этот, и у нас прошло как по нотам. Мы измучили всех, и себя, и других. В этом году мы уже посчитали себя более продвинутыми, не стали коллег отвлекать. Но я думаю, что нужно в это, подумать об этом, о том, чтобы лучше готовиться, и у нас еще будет еще лучше. Хотя при этом, я могу сказать, в этом году было более интересно. И более, не то, что тогда мы были не такие умные, нет. Мы стали лучше понимать эти технологии, стали научаться говорить в онлайн, мы перешли вот эти медиа-границы. Про государственные границы я уже не говорю, мы их давно перешли. И я хочу всем пожелать, чтобы вот тут, как сказали, дружить не только между государствами, но и между домами. И ходить друг другу благодаря онлайн почаще в гости, собираться. Я готов приложить все усилия, чтобы наш потенциал только прирастал. Спасибо за внимание. Спасибо вам за ваши слова. Да. Ну вот мы и завершили нашу работу. Всего доброго, дорогие друзья. Спасибо, Юрий Юрьевич. Всего доброго, дорогие друзья. Спасибо вам большое. До свидания.